Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на матче молодых звезд сборной единой молодежной лиги ВТБ против сборной статистического баскетбола. Приветствуем вас из прекрасного зала универсального спортивного комплекса ЦСКА имени Александра Яковлевича Гомельского. И сегодня с вами работают Мандуров Андрей и Иван Воронцов. Добрый день, уважаемые телезрители. Радость приветствовать всех, кто собрался сегодня перед экранами своих мониторов, тех, кто смотрит нас в записи по традиции. Также пришлем свои приветы. Отличная погода в Москве. Это действительно какое-то чудо. Прекрасная погода. Солнце. Градусов, наверное, 15. Все ну, как раз для матча звезд. Да, все располагает к тому, чтобы, по крайней мере, выйти из дома и прогуляться до неувядающего риска ЦСКА, чтобы посмотреть сегодня хороший баскетбол. И потом за 19 еще на пару часов посмотреть баскетбол не менее крутой между Локомотивом Кубань и московским ЦСКА. Да, стоит сказать о том, что это первый в истории такой подобный матч. До этого проводился осенью матч между МГУ, чемпионом статистического баскетбола, и чемпионом единой лиги ВТБ ЦСКА-2. Победу держала команда ЦСКА-2, но вот именно в таком формате, как матч молодых звезд, данная игра проводится впервые. Да, и на самом деле этот формат, если в матче между МГУ и ЦСКА мы обсуждали, что все-таки немножко разный уровень у команд, да, нельзя сравнивать сильнейших профессиональных команд России с пусть и чемпионом АСБ, а здесь, когда речь идет о матче звезд, когда более длинная скамейка, когда действительно собраны лучшие представители студенческого баскетбола, мне кажется, что разница в классе не будет такой ощутимой, не говоря уже о том, что очень большого количества ребят, которые сегодня будут в составе сборной СБ, есть опыт выступления на профессиональном уровне. Многие выступали за те же детские спортивные школы, что и те, кто сейчас выйдет на паркет в составе сборной единой молодежной. Ну и играли они в единой лиге ВТБ в том числе. Да, и такие случаи у нас были, о них мы, естественно, расскажем сегодня по ходу трансляции. Твои прогнозы? Мой прогноз, наверное, все-таки будет не так оптимистичен. Я все-таки думаю, что сборная единой лиги ВТБ сегодня выиграет. Вопрос, как она выиграет, тяжело или легко. Стоит все-таки учесть, что сборная от стат студенческого баскетбола подходит не самым лучшим состоянии, в плане того, что очень много лидеров сборной команды АСБ травмировалось перед матчем, перед данным матчем звезд. Это, несомненно, стоит упомянуть о Станиславе Крайнове, легенде АСБ, скажем так, Майкле Джордане АСБ. Станислав Крайнов неоднократный MVP и неоднократный чемпион студенческого баскетбола. К сожалению, у него травма пальца, и он сегодня не сможет участвовать в матче. Также травмировался буквально перед матчем молодых звезд еще одна звезда СБ, это Аганес Мартиросян, форвард Московского государственного университета имени Ломоносова, который помог команде очень сильно. Который очень сильно помог команде в матче Москвы, вытащил их в финал, но там уже победу одержал МГАП. Кстати, как раз игравший уже без Станислава Крайнова. Да. И стоит еще напомнить о том, что, к сожалению, у СБ еще и травмировался Михаил Антонов. У него небольшая травма, поэтому, возможно, сегодня Михаил, который, кстати, как раз MVP финала четырех Москвы этого года, не сможет показать всего, на что он способен. Ну, посмотрим. Надеюсь, что все обойдется. Да, перед матчем как раз очень много думали, как останавливать главных сильнейших игроков из единой молодежной лиги ВТБ. Конечно, речь идет об Антоне Остапковиче из ЦСКА и Андрее Десятникове из «Зенит-2». В первую очередь мы говорили о них, потому что это все-таки звезды даже, в общем-то, не единой молодежной лиги ВТБ, а вообще в российском баскетболе они зарекомендовали себя как очень сильные баскетболисты. Здесь основным коньком, как нам казалось, должна стать как раз-таки игра задней линии, которая у АСБ, например, будь здоров Крайнов, будь здоров Мартиросян, они, в общем-то, могли бы попортить немало крови. Оба обладают отличной физикой, оба имеют такие некоторые элементы стритбола в своей игре, силовые проходы, нагрузить команду противников фолами. И совершенно по-другому будет матч. Сейчас были вынуждены проводить замены. Уже задача по ликвидации, по нейтрализации, скажем так, да, так правильно сказать, основных звезд команды ЕЛВТП становится гораздо более проблематичной.
Ну и все-таки будем учитывать, что в составе АСБ, ну, откровенно говоря, некому защищаться все-таки, например, против Андрея Десятникова. Есть, конечно, Глеб Станиславчик, но он серьезно проигрывает Губарит. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Ну, еще как вопрос удержит Антона Оставковича в том числе. Ну, он... знаешь, в случае с Гавриловым, позволю такую позицию озвучу, что он во многом настолько хорош, потому что очень хорошее окружение было как в дубле, так есть и сейчас. Да? То есть то, что да, он прекрасно раздает передачи, но потрясающий дриблинг, абсолютно феноменальное видение площадки. Да? Извините, извините, Иван, я сейчас напомню зрителям о том, что Гаврилов, Александр Гаврилов, разыгрывающий защитник ЦСКА-2, для тех, кто не знает, участник матча «Молодых звезд» со стороны Единой Лиги ВТБ. Да, и что стоит добавить, он является рекордсменом Единой Лиги ВТБ по количеству разных передач. Мне уже там кто-то, я на каких-то форумах читал, что вот там это вот русский сток, он растет, но по зоне Джон... Это серьезное заявление. Да, но, естественно, тогда это было в такой более-менее шутливой форме, но и сток стал тем, кем он стал, во многом говоря тому, что у него был Карл Мэлоу, у него было окружение. Да. То же самое касается других выдающихся, давай так, светлых, разыгрывающих со светлым цветом кожи, так же, как и Джон, так же, как и Стив Нэш, Джейсон Уильямс, который вот сейчас уже, к сожалению, закончил карьеру, хотя он блестяще там, будучи игроком ротации. Да? Все это становится возможным благодаря твоему окружению. Здесь, конечно, есть Остапкович, есть там люди, с которыми он также выступал по дублу, есть и Курбатов тот же, да, очень. Ну, синергия есть, но она есть не со всеми, и мне кажется, что здесь фактор Остапковича. Остапкович все-таки, на мой взгляд, индивидуально более сильный. То есть человек, который может самостоятельно решить эпизод, не опираясь на помощь своих партнеров. Но что нам им показал матч между МГУ и ЦСКА-2, который проходил осенью, когда в три четверти была борьба, и в итоге в четвертой четверти включились армейцы и задавили буквально физикой студентов из МГУ. Итак, у нас буквально через несколько мгновений начнется церемония открытия матча молодых звезд. Команды уже готовы выходить. Команды уже покинули площадку, скажем так. Уже готовы выйти на площадку именно на игру, имеется в виду. Да, зрители, вот знаете, сейчас я обернусь, посмотрю. Мне кажется, что это больше тысячи. Вот так вот навскидку. В принципе, УСК, ЦСКА это такая довольно не маленький зал по сравнению с теми, где проводились предыдущие матчи АСБ. В первую очередь мы говорим о них. Да, все-таки зал МГУ это 300 человек, условно говоря. В Нижнем Новгороде, да, там, конечно, не то, что... не надо забывать про матч всех звезд АСБ в Санкт-Петербурге, который проводился в прошлом году. Да, вот, но на самом деле... На Сибур-арена. Да, здесь все-таки хорошо, что московская публика выбирает баскетбол другим альтернативам, на которых, к сожалению, или к счастью, Москва располагает гораздо больше, чем некоторые регионы. И на самом деле это здорово, что матч проходит в Москве, потому что, во-первых, это дополнительная возможность для тех, кто сегодня придет на матч, дальше остаться на матч команды ЦСКА и Локомотив Тимой. Принципиальнейшее соперничество. Да, уже на протяжении очень довольно большого количества лет. И здесь пока что не пришли, но руководство клубов в лице Андрея Ватутина и Андрея Витичева, естественно, будет. Обещали прийти. Уже видим каких-то... Вижу Сергея Елевича, вижу... Да, Владимир Александрович Гомельский, вижу Тихоненко, вижу Александра Новожилова из Российской Федерации баскетбол. К сожалению, по-моему, не будет сегодня Андрея Кириленко, который большой поклонник матча АСБ. И, собственно, на осеннем матче между ЦСКА и МГУ он присутствовал. Но вот в этот раз все-таки, к сожалению, в самом сжатом графике, видимо. Да, и даже зашел к нам дать небольшой свой комментарий. Да, было дело. С удовольствием вспоминаю, на самом деле, эту встречу. Будет очень много гостей. Будет Сергей Борисович Иванов. Очень надеемся, по крайней мере, на его появление. Но уже будем по мере появления гостей, как мы кого увидим на VIP-трибунах, мы, естественно, будем о них сообщать. За нашими спинами Роман Скворцов и Илона Корсин, которые сегодня выступят в качестве ведущих, и которые уже буквально через несколько минут выйдут на площадку, чтобы объявить составы. Ну а тем временем у нас уже на площадке состав сборной команды Единой молодежной лиги ВТБ. Лихо забивает сверху, показывает свой настрой на сегодняшнюю игру. Настрой на самом деле будет боевой, то есть
матч звезд, обычно, например, матч звезд АСБ, который проходит в тренинге, он носит все-таки такой характер выставочного матча, характер шоу, где и сражаются женские команды, сражаются смешанные коллективы. Здесь можно говорить о том, что будет борьба. Я если ты, может быть, читал, на Sportsclub вышла замечательная статья о том, 15 матчей звезд, которые Коби Брайант перепутал с матчами регулярного чемпионата. И я не исключаю, что сегодня игроки, в первую очередь АСБ, с целью доказать, что они не хуже, опустят такую формальность, что это не официальный матч, а выставочный, и действительно покажут все, на что способны. Да, собственно, рядом с нами присел Александр Владимирович Коновал, президент Ассоциации студенческого баскетбола, с семьей. Он и министр юстиции Российской Федерации. Постоянно и в Нижнем Новгороде, всюду путешествует со своей супругой и детьми. Сергей Валентинович Кущенко. Да, президент Единой Лиги ВТБ. Ну, в общем, гости подтягиваются, и, конечно, ближе к началу матча у нас будет аншлаг. Такого количества VIP-гостей не помню. Но на матчах АСБ, по крайней мере, такого количества гостей, да, действительно, да, не было. Может быть, скажем так, это совпадает с количеством VIP-гостей на принципиальных матчах баскетбольного клуба ЦСКА, да, потому что действительно сюда ходят с удовольствием. Многие критикуют УСКА, ЦСКА, говорят, что зал устарел морально, но на самом деле, с точки зрения атмосферы, это место, в общем-то, очень намолено. Достаточно камерная атмосфера тут, да, получается. Здесь много что происходило, и минус 11 за 2 минуты отыгрывалось. И знаменитый жест Папалукаса, да, фанатом Тао Керамики. Да, это было... Нет, по-моему, там все-таки был игрокам, когда ты имеешь в виду, когда он перехватил мяч. Да, показал жест, что отрезает голову. Ну, он действительно тогда действительно похоронил команду противника. И, собственно говоря, паблосе эти легендарные его передачи на Сергея Панова, которого вот сегодня не буду, но все-таки Нижний Новгород, это его вотчина, там, естественно, он был. Когда Папалукас просто после любого пропущенного мяча брал мяч в лоб и запускал в другую сторону площадки на Панова. Действительно, очень много радостных, ярких событий происходило в этом зале. Сюда же когда-то приезжал и Бруклин Нетс, если ты помнишь. Это была осень 2011 года. И Лос-Анджелес Клиперс сюда приезжали. Да, но это уже совсем этот выставочный матч NBA. А все-таки Нетс тогда приезжали сюда. И в другом зале, в тренировочном зале ЦСКА, они там проводили мастер-классы. Я очень хорошо помню тот визит. И действительно, тогда здесь была длинная сцена. Действительно, можно очень долго перечислять. Давай все-таки вернемся ближе к нашему матчу. Событиям, да. К нынешним событиям. На самом деле, возвращаясь к нашим прогнозам, когда я сначала вообще узнал о проведении данного матча, я лично для себя начал анализировать и подумал, что нет, все-таки у АСБ шансы хорошие. Не просто даже побороться, а вовсе выиграть. Затем я ознакомился с составом Единой молодежной лиги и понял, что шансов очень мало. Однако потом я в очередной раз начал пытаться анализировать. Вот, как на твой взгляд, какие варианты у тренерского штаба сборной АСБ остановить звезд, на твой взгляд? Ну, во-первых, нужно сказать, что тренерский штаб сборной АСБ в два раза больше тренерского штаба сборной команды Единой молодежной лиги ВТБ. Это уже плюс. В случае с Анатолием Лаптевым, который уже человек, не знаю, как Рик Петина от российского студенческого баскетбола. Действительно, мне кажется, он абсолютно в состоянии... Скорее уже как Майк Шишевский, да. Ну, еще нет. Давай мы все-таки немножко опустим планку. Знаешь, Андрей Мальцев из ЦСКА, все-таки он... В первую очередь он знаком, мне кажется, с питерским поклонником баскетбола. Легендарный форвард ленинградского «Спартака». Да, но здесь, понимаешь, он все-таки хорошо знает своих. Да, в случае с Анатолием Лаптевым мы хорошо знаем не только своих, но и гостей. Друзья, нам постепенно, даже не постепенно, а очень резко выключают свет. Сейчас на площадку, как мы уже объявили раньше, выйдет Роман Скворцов. И Илона. Зрители, срочно пойти в зрительный зал, ибо мы начинаем! Добрый день, уважаемые зрители, добро пожаловать на матч молодых звезд! Настоящее грандиозное событие в российском баскетболе. Событие настолько грандиозное, что, конечно, я не вынесу. Поэтому я приглашаю сюда
заслуженного мастера спорта, а ныне заместителя генерального директора Единой Лиги ВТБ, замечательного комментатора и просто красавицу, дамы и господа, Илона Корсти! Здравствуйте, дорогие поклонники лучшей игры с мячом. Да, действительно, сегодня нас ждет очень интересная и необычная игра. Мы рады приветствовать вас на первом в истории российского баскетбола матче молодых звезд, в котором примут участие молодые игроки из лучших двух молодежных проектов России – Молодежной единой лиги ВТБ и Ассоциации студенческого баскетбола. И для презентации этого матча мы подготовили специальный видеоролик. Внимание на экран! Сенсацию только или в счете. Но случилось так, как Представляем команды и участников матча молодых звезд. Ассоциация студенческого баскетбола России, вторая по мире. В мире по численности команд студенческой баскетбольной лиги. Ее участниками является 800 команд из 69 субъектов Российской Федерации. Генеральный партнер АСБ компания «Новатек». Дамы и господа, встречайте, команда АСБ. Балтийский федеральный университет Калининград. Номер 5. Павел Сизов. Всероссийский государственный университет юстиции. Москва. Номер 7. Владислав Мелешкин. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Номер 8. Кирилл Горнаев. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Казань. Номер 9. Михаил Антонов. Московская государственная Балаховка. Номер 13. Глеб Станиславчик. Кузбасский государственный университет Кемерово. Номер 14. Илья Агинский. Уральский федеральный университет, город Екатеринбург. Номер 15. Александр Печерский. Московская государственная академия физического культуры Балаховка. Номер 27. Владимир Гребенюк. РКУФ. Номер 32. Марко Милетич. Ухтинский государственный технический университет. Ухта. Номер 33. Илья Ашмаров. Алтайский государственный технический университет. Барнаул. И номер 55. Василий Рыженко. Московская государственная академия физической культуры Балаховка. Главный тренер команды Анатолий Лаптев. Тренер команды Шляпников, Андрей Павленко, дамы и господа, команда АСБ! А теперь единая молодежная лига ВТБ. Клубные соревнования для молодых баскетболистов, созданные под эгидой единой лиги ВТБ. Титульный спонсор лиги Банк ВТБ. Итак, состав команды молодых звезд единой лиги ВТБ. Номер 2. Юрий Трубин. Автодор 2. Саратов. Номер 5. Сергей Марихин. Нижний Новгород 2. Номер 9. Александр Гаврилов. ЦСКА 2. Номер 10. Антон Остапкович. ЦСКА. Номер 12. Александр Зуев. Химки. Номер 18. Даниил Синегумов. Самара СГУ. Самара. Номер 21. Александр Курбатов. ЦСКА 2. Москва. Номер 23. Павел Бугаенко. Красный Октябрь. Волгоград.
номер 30 Агасит Тананян, Автодор 2 Саратов. Номер 32 Андрей Десятников, Зенит 2 Санкт-Петербург. Номер 54 Максим Кондаков, Локомотив Кубань 2 Краснодар. Номер 77 Сергей Минусов, Енисей 2 Красноярск. Главный тренер команды Андрей Мальцев. Тренер команды Виктор Бережной. Дамы и господа, команда Единой молодежной лиги ВТБ. Ну а сейчас для приветственных слов мы приглашаем наших дорогих гостей, президента Ассоциации студенческого баскетбола Александра Владимировича Коновалова и президента Единой лиги ВТБ Сергея Валентиновича Кущенко. Приветственное слово предоставляется президенту Ассоциации студенческого баскетбола Александру Владимировичу Коновалову. Привет, ЦСКА! Привет, АСБ! Привет, ВТБ! Сегодня знаменательный день. Сегодня лучшие любители встречаются с лучшими молодыми профессионалами страны. Кто победит, узнает совсем скоро. Но самое главное, нас ждет яркое, незабываемое зрелище. Нас ждет игра, нас ждет наша любовь к баскетболу. Ура! Абсолютно нечего добавить, потому что формат, который предложен Ассоциацией студенческого баскетбола Единой лиги ВТБ, берет с большим удовольствием. Удачи и красивой игры, лучшей игры в мире, игры в баскетбол. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Валентинович Кущенко. Дамы и господа, гимн студентов ГУДАМУС и государственный гимн Российской Федерации исполняет солист Московского театра опереты Максим Новиков. Прошу всех встать. Гаудамус игитур, Йовенес дом соломос. Гаудамус игитур, Йовенес дом сумус. Ост югунтем, ювентутем, ост молестем, севенстутем, нос папеннис кумус. Нос папеннис кумус. Государственный гимн Российской Федерации. Друзья, мы
мы принимаем слово. И, как говорится, и понеслась. Да, несомненно, понесется быстро. Ярко. Да, и на ближайшие 40 минут игрового времени плюс конкурс трехочковых бросков на Slam Dunk. Ну, по поводу конкурса трехочковых бросков я не знаю, по-моему, он не был заявлен, но конкурс данков точно будет. Кстати, давайте объявим, кто будет у нас участвовать в Slam Dunk контесте. Со стороны СБ будет участвовать уже привычные лица. Это Никита Потапов из Новгу и Мустав Мельников из Иркутска. Из Урку, извините, Екатеринбург. И со стороны Единой Лиги ВТБ, главная звезда Лиги, Антон Остапкович, ЦСКА-2, и Дмитрий Попов, Химки-2. Да, непосредственно по ходу трансляции мы будем делиться с вами информацией, которую мы нашли на просторах интернета, вырыли в личных беседах. Часы, целые часы мы посвящали этому замечательному событию. Потому что в случае с АСБ, ну, более или менее люди эти знакомы. Многих мы видели в Нижнем Новгороде на матче звезд. А в случае с Единой молодежной лигой, как мы уже отмечали, многие из нынешних игроков, выступающих на профессиональном уровне, играли с теми же любителями на дюблах. И, кстати говоря, стоит не забывать о том, что, по крайней мере, вот как мы смотрели, около половины игроков Единой Лиги ВТБ в свое время выступало в АСБ. Да, и обратная ситуация тоже имела место быть, когда АСБ выступали в Единой Лиге ВТБ. Давай... На твой взгляд, кто будет главными действующими лицами сегодня на площадке? Ну, мы с тобой уже назвали Гаврилова, назвали Остапковича, потом, наверное, на десятнике мы на его фигуре остановимся более конкретно. Да, более детально стоит, мы о нем поговорим. Стоит сразу упомянуть об Андрее Десятникове. Андрей Десятников – единственный участник сегодняшнего матча молодых звезд, который, как я думаю, болельщики баскетбола знают, был заигран за основную сборную команды России на чемпионате Европы 2015 года. Да, причем заигран довольно хорошо. Да, все помнят его данк, шикарнейший данк. Да, против французов, если не ошибаюсь. Да, против французов. Он просто смял кольцо. Да, конечно, может быть... Много читал на тему вызова его в сборную. Кто-то говорил, что вот на безрыбье давайте брать людей, которые не имеют такого богатого опыта выступления за профессионалов. С другой стороны, он достойно проявил себя на этом турнире, показал, что может бороться со звездами европейского баскетбола. Собственно, как мы говорили, Сергей Борисович Иванов присоединился к нам. Сел он рядом с Сергеем Кущенко. Руководитель аппарата президента Российской Федерации. И с Андреем Ватутиным. Вот такая вот армейская тусовка лучших, не знаю, за такой эпитет, но на матчах ЦСКА, вот условно говоря, там лет 7 назад, вот этих людей как раз можно было увидеть сидящими рядом на тех же местах, в общем-то, где они сидят и сейчас. У нас остается буквально несколько минут до старта. Хотелось бы, кстати, еще упомянуть важный аспект, потому что мы сначала не сказали. Ну, вы видели при представлении команд то, что произошла замена в составе сборной команды АСБ. Вместо травмировавшегося Аганеса Мартиросяна был вызван Владимир Гребенюк, атакующий защитник Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Воспитанник Нижегородского баскетбола Владимир, один из лидеров РГУФКа, в свое время как раз, что мы с тобой и говорили, играл за вторую команду Нижнего Новгорода по Единой Лиге ВТБ. Да, давай молодежный. Да, непосредственно мы уже выделили с тобой, как нам кажется, трех главных звезд ВТБшников. Давай посмотрим непосредственно на АСБ. Да, как мы уже сказали, несколько игроков важных, да, и в том числе звезд травмировалось. Очевидно, что Павел Сизов выйдет на главной роли. Для тех, кто не знаком с Павлом, во-первых, он получил из самого свежего, что называется, буквально месяц назад, он получил звание MVP на матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Но в целом его биография, она просто пестрит какими-то яркими
моментами, историями. Ну, начнем с того, что банально, он 95-го года рождения, однако он играл за Химки 94-го года рождения. И он сейчас еще и играет, в том числе, в Единую Лигу ВТБ. Да, здесь, как бы, что я хотел подчеркнуть вот этим моментом, да, конечно, в профессиональном спорте очень часто случается, что люди выступают на год старше, да, это нормально. Но вопрос в том, что речь идет о баскетболе, и речь идет конкретно о баскетбольном клубе в Химке. Да, это действительно подчеркивает уровень спортсмена, причем обычно это случается, опять-таки, опираясь на какой-то опыт. Это центровые. Это центровые, которым надо действительно прогрессировать, набираться опыта, особенно если очень оперативно это делать. Их очень часто привлекают таким тренировкам с основным составом. Здесь не было, Павел действительно заслужил свое место в составе. Но самое интересное, в стартовом составе его сейчас нет. Да, Давайте объявим стартовые составы. Так, начнем с СБ. Мы видим на площадке Агинских, Печерских, Антонов, Горнаев и Марко Милетич. Да, смотри, Антонов все-таки, несмотря на то, что у него микротравма, он действительно вышел. И дефицит, как мы уже обсуждали с тобой, нет Крайнова, нет Мартиросяна. Соответственно, вот было отдано ему предпочтение в качестве первого номера. И у нас первый фол. Андрей Десятников получает фол за удар по рукам. Стартовый состав сборной молодежной лиги ВТБ. Марихин, Десятников, Гаврилов. На позиции разыгрывающего Гаврилов у нас выходит Синегубов. Марихин. И Остапович. Да, и Марихин. Да, собственно, то, что мы с тобой обсуждали перед матчем, что если нагрузить фолами Десятникова, то жизнь, конечно, будет несколько легче. Потому что, как бы сказал Владимир Гольмийский, высокий мальчик. Причем крайне высокий. Да, но, знаешь, зачастую такой чрезмерно, слишком вот такой человек высокого роста. Не так много баскетболистов действительно выдающихся были, так, выше там 220, да, конечно, там из современных игроков. Это Яумин какой-то, который был там до 27. Но в общем и целом они все-таки где-то на уровне 2.15. Вопрос в том, как Десятников наберет мышечную массу, чтобы действительно стать доминирующим центром. Тем временем у нас уже 2-0. Горнаев реализовал два штрафных броска и сейчас забрал подбор на падение. И 4-0. 4 очка у Горнаева, представителя казанского баскетбола. Кирилл Горнаев, Гавксит, в свое время тоже поиграл в Единой Лиге ВТБ молодежной за Красные Крылья и Уникс. И Уникс 2. И я думаю, что неоднократно встречался с тем же Десятниковым под кольцом в рамках Единой молодежной лиги ВТБ. Антонов у нас нападение. Счет 3-4. Треху забил Марихин. ВТБ и фол. Фол. А Михаил Антонов в фирменном проходе под кольцо просочился. Да, забил с фолом. Гаврилу дали фол, потому что он всячески показывал, что на самом деле спалил он еще внизу. До того, как начался проход. Антонов действительно молодец. И заметь, очень и в предыдущем эпизоде очень удачно убрали из-под кольца Десятника. В общем, все очень четко действует пока команда СБ. Антонов точно. 3-7. Впереди команда СБ. И позиционное нападение у ВТБ, Марихин. Очень легко. Гаврилов, Остапкович. Ловит на фейке оппонента. Горнаев забрал подбор. Да, и на самом деле все могло быть еще веселее, если бы упал после контакта Агинских. Потому что, в общем-то, он стоял на двух ногах, и там, конечно, фол был в нападении, был чист. Вот Агинских нашел. Оу, Кирилл Горнаев, 6 очков, кстати говоря. Да, немножко, может быть, поселился он в трехсекундной зоне, которая стала для него временно не трехсекундной, а где-то пятисекундной. Но все-таки, как мы уже говорили, матч звезд, он подразумевает возможность даже посидеть при необходимости. Ну что я хочу сказать, то что выигрывает подбор студенты. Выигрывают у молодежи из ВТБ. Ну вот, правда, сейчас Антон Остапкович забрал подбор нападения, забил из-под кольца 5-9. Прессингует немножко так, Магаврилов прижимает. Антонов, треха, не точно. Не приняло кольцо, может быть, немножко поторопился он. Никого не было из игроков АСБ на подборе, но тем не менее мяч, да, Печерский сумел навязать борьбу, и мяч достается команде АСБ. Александр Печерский, кстати, также играл в свое время в Единой молодежной лиге ВТБ за «Триумф-2», когда он базировался в Люберцах, пока еще «Триумф-2» не стал «Зенитом-2», соответственно. И еще один пример того, что
Игроки у нас поиграли по обоим лигам. Марко Милетич. Добро дошли, Марко. На площадке у нас отдавал передачу на трешку Агинскому. Агинский не точно. Да, очень по-сербски он показал контакт, когда его настигло плечо противника. Очень был такой... Театр драмы в исполнении Марко. Есть у нас возможность наблюдать за сербами, за сербскими баскетболистами в чемпионате России в единой лиге ВТБ. Это да. Печерский из угла. Не точно его точка. Мяч так слегка нас задел. Он остается у Гаврилова. Будет выбрасывать он из лицевой. Вот, сыграл со Стапковичем, своим партнером по команде ЦСКА-2. Пользуется заслоном Десятникова. Пытается пройти. Находит Десятникова в посте. И Горнаев вырывает мяч. У Андрея быстрый прорыв. Печерский! Ну, такой мини-танк, скажем так. В исполнении Александра 5-11. Да, собственно, не заметили мы с тобой замену. Данил Синегубов из Самары. Нет, он выходил в старте. Выходил в старте, потому что он первый отметился каким-то активным действием сейчас, потому что все предыдущие атаки строились вокруг Гаврила Востоповича. То сейчас он действительно начал очень красиво открываться. Получил мяч в усах, пошел в лицевую. Так очень похоже на пробежку, на самом деле, было исполнение Данила. Немножко сложно. И сам себя загнал в сложную ситуацию. При этом заметь, что остался он против Горнаева, который, в общем-то, должен был опекать от них не его. Милетич на дуге получает мяч. 1-1 против Марихина. Пользуется заслон. О, что это Марко решил изобразить? Не очень было понятно. И потери. Потери Агинских. И вот теперь замена. Вместо Печерского выходит как раз Павел Сизов, о котором мы говорили. Одновременно игрок АСБ и Химки 2. Для телезрителей скажу о том, что если кто-то сейчас скажет, а как же так? Каким это макаром, получается, студенты играют в единой лиге АСБ? Скажу о том, что по молодежной лиге есть возможность привлекать в ВСБ игроков по молодежной лиге, у кого нет контракта, зарегистрированных в РФБ. У Павла как раз такой. Да, абсолютно на ровном месте сейчас потерял Марихин мяч, представляющий Нижний Новгород 2, защитник. Тоже довольно интересный персонаж. Как и много, очень много интересных персонажей в нижегородском баскетболе, которым заслуживают отдельных слов, что буквально в прошлом сезоне ведь он подписал контракт трехгодичный с Нижним Новгородом и числится в заявке основного состава. А поскольку баскетбольный клуб Нижний Новгород стал определенной кузницей кадров для всего российского баскетбола и национальной сборной, в частности, в последние годы, это, несомненно, надо посмотреться к этому парню. Да, потерю в очередной раз. И, кстати, что хочется сказать о Сергее Марихине. У него с этого, ну, с конца того сезона как раз имеется трехлетний контракт. До того он играл по молодежному контракту и мог выступать в ВСБ. И как раз играл за команду Нижнего Новгорода, команду Государственного университета Нижнего Новгорода, Нижнего Лобачевского, вместе, кстати, с Глебом Станиславчиком. Сейчас, который играет за СБ и учится в КУЗ ГТУ. Тем временем ВТБ в нападении. Синегубов проход. Фол. Фол свистят. По-моему, Агинских сейчас снова получит. Агинских либо, да. Горнаев. Либо показывают на Агинских. Нам 5-11 за 5,5 минут до конца. И Даниил Синегубов будет бросать два штрафных броска. Даниил Синегубов — представитель Самары. Самара СГЭУ. Вышел на площадку у нас Александр Зуев, как ты уже отметил. Была еще одна замена. Сергей Митусов из Красноярска появился на площадке. Кстати, Сергей Митусов — достаточно интересный персонаж в плане противостояния вот сегодняшнего АСБ и ВТБ, учитывая, что он тоже в прошлом году играл в ассоциации студенческого баскетбола за Сибирский федеральный университет и, мало того, был в составе сборной команды ассоциации студенческого баскетбола на турнире в Италии. Владеет мячом команда СБ. Милетич не уходит с площадки. Агинских Сизов будет бросать через руки. Не поймал. Не точно, но Агинских забирает подбор в нападении и 2 очка из-под кольца. 6-13.
Да, собственно... И АСБ уверенно лидирует. Да, и можно увидеть, собственно, вышел Гребенюк. Он под 27 номером. Его, если вы смотрите матч записи, потом посмотрите на программку или посмотрите на сайте АСБ, вы не найдете там его номера. Как мы уже говорили, он появился в заявке вместо Мартиросяна. Да, действительно, обидно. Вот Мартиросяна с его харизмой немножко не хватает для полноты картины. Агинский хорошую скидку сделал как раз Гребенюку. Не прошла. И мяч остается у команды ВТБ. Ну, Владимир Гребенюк известен в СБ своей защитой. Очень жесткий, плотный. Посмотрим, как он сегодня отыграет. Марко Милечич уходит вместе с Кириллом Горнаевым отдыхать. Вышли Дмитрий Семенос, это БФУ Калининград, и Рыженко. Приветствовали Василия, очень тепло. Большая бригада, приехавшая из Малаховки. Вот, собственно, Александр Зуев реализует дальний бросок. 9-13 пока что преимущество у АСБ. Мне кажется, ВТБшники еще не включились пока. А, тем временем, кстати, у ВТБ еще вышел и Танаян из «Автодор-2». Вот как раз получил фол на Сизове. Сизов вводит мяч из-за дуги. Рыженко получает его очень высоко. Действительно, надо уводить. Очень все три центровых, которые сегодня заявлены у команды ЕЛ ВТБ, они очень ростные. Да, и... Горшок с крышкой. Отвешивают, ну, вот, и Агинских. Не вытащили Курбатова все-таки до конца на дугу. Рыженко, конечно, это движение сделал. Смотри, смотри, насколько он уступает в росте Курбатову. И на самом деле Агинских не досмотрел. Можно было сделать хорошую скидку на того же освободившегося Рыженко, который мог абсолютно спокойно в усах получить мяч и реализовать легкие, ну, может быть, не такие легкие два очка. Там все-таки противники тоже заходили на спины. Курбатов в родном зале порадовал. Я думаю, что и своих болельщиков персональных, которые здесь сегодня есть. Да, конечно, как я уже говорил, все-таки матч основной команды ЦСКА состоится вскоре после окончания нашего противостояния. Фол, как я понимаю, на Зуеве. Да, там с самого начала внизу. Первый фол получает Дмитрий Семенос. Дмитрий Семенос получает первый фол. Дмитрий Семенос, кстати, поиграл в свое время за ЦСКА Дюбл в сезоне 12-13. Да, потом двинулся в родной город, в Калининград, где, собственно, выступает за БФУ, который, в общем-то, славится своим довольно хорошим выступлением на уровне АСБ. Немножко неловко, ой, как отличный уход вправо с освободившимся в усах. Не видно, к сожалению, с нашей позиции, по-моему. Но тем временем Курбатов как раз был, он очень, очень далеко от кольца получил мяч. Собственно, это меня тоже смутило. Тем временем АСБ забивает с средней дистанции. Глеб Станиславчик, по-моему, был на площадке, появился. 9-15. Да, Глеб Станиславчик у нас на площадке. Как мы уже упоминали, Глеб поиграл в прошлом сезоне за... Если бы не было фола, было бы очень красиво. Глеб Станиславчик поиграл в прошлом сезоне за Нижний Новгород 2. Один из лучших игроков той команды был Глеб. А, и, кстати, вот уже столько фолов, а мы так и не представили судей. Извиняюсь, дорогие друзья, у нас сегодня главный судья — это Михаил Давыдов, легендарнейший арбитр российский. Ему помогают Евгений Островский и Антон Круглов. 3 минуты до конца, 9-15 на табло. 2 штрафных будет бросать Митусов. Митусов, Енисей 2. Почти 21 очко за игру у него в нынешнем регулярном первенстве. И, кстати, совсем недавно, в январе, он дебютировал в Еврокубке за основную команду. Да, основную команду. В предыдущей атаке он очень здорово нашел Зуева на дуге. В очередной раз за счет индивидуальных действий он сумел отклеиться от оппонента. Вышли на подстраховку, и Зуев тем самым получил возможность... открытый бросок. А ОСБ Мелешкин вышел на площадку. Кстати говоря, Станиславчик снова со средней, неудачно. Отлично, и потеря Бугаенко. Бугаенко появился на площадке. Да, Семенов со спины подкрался, схватил мяч, который неожиданно попал между ног игрока ЕЛВТБ. Мелешкин. Позиционное нападение, да. Мелешкин, воспитанник Здешор Фрунзенская, города Санкт-Петербурга, со средней. Точно!
10-17. Да, причем в случае с Мелешкиным, если посмотрим, он, в принципе, даже по баскетбольным меркам довольно невысокий. У него 188 сантиметров рост, но важно то, что и в детстве он был невысоким. То есть он... Ну, 188 сантиметров достаточно нормально все-таки для баскетбола рост, как-никак. Для первого номера вполне В детстве, условно говоря, в 14 лет он был совсем низкого роста, там, аря, там, 160 с кепкой, в то время как его партнеры по команде, некоторые, среди которых, ну, был, допустим, Олег Алферов или Юрий Першин, не выступающий за БК «Спартак», у них там разница в росте была порядка 40 сантиметров, вот, это действительно, и тем не менее, вот, верили в него тренеры, в частности, работал он заслуженным тренером России Анатолием Штейнбоком, который прославился работой, например, с Егором Вяльцевым, который ныне реализующим 12 трехочковых за 28 минут игрового времени. Ну и, собственно, действительно тренер, воспитавший немалое количество известных спортсменов. У нас уже пятый фол у АСП. Да, получил персональный фол Павел Сизов на чужой половине поля. Трубин, воспитанник башкирского баскетбола из города Уфа, сейчас играет за «Автодор-2», в свое время также поиграл в ассоциации студенческого баскетбола за Башкирский государственный аграрный университет. Да, и статистика у него очень симпатичная. 14 очков, 8 с лишним подборов. Это действительно показатели, при том, что он относительно юн, 22 года, он еще успеет обрасти массой. Но для единой лиги ВТБ это уже достаточно. Да, и, несомненно, для саратовца он там пригодится. Потерю совершает Сизов. Танаян. Кстати, любимый игрок Танаяна Стефан Карри. Это забавно, учитывая, что рост Танаяна 203 сантиметра. Бугаенко не точно и фолит. А, Станиславчик забрал подбор. Фолит, в общем, как Танаян. В общем-то, не требовался, по-моему, в данной ситуации. Что хочется сказать про этого форварда «Автодора-2»? То, что это один из самых молодых игроков сегодня на площадке. Агасию всего 17 лет, и он воспитанник московского баскетбола, воспитанник «Динамо» ОР-2. Выступал также за «Динамо-2» по молодежной лиге и играл за основу «Динамо Москва» на Кубке России в 2015 году. Входил в состав сборной команды России Ю-18. Станиславчик мажет дальний бросок. 13-17 у нас за минуту 12 до конца. И АСБ ведет. Немножко неожиданно. Ну, как мы с тобой говорили, там все будет уже решаться на последний прикол. Ой, какой кроссовер. И какой блокшот. Да, исполнение Печерского. И слэм-данк. Опять такой мини-слэм-данк. В исполнении Александра. Так, Кондаков, по-моему, у нас сегодня самый низкий на площадке, 185 сантиметров. И, в общем-то, получил от оперировал к судьям, что имел место контакт, и что там не был ни блокшот, а все-таки фол. Но судьи остались при своем, не свистнули. И плюс 6 у АСБ. Ну и Станиславчик получает фол. И два штрафных броска будет исполнять второй номер команды «Единой молодежи» КВТБ Юрий Трубин. В очередной уже раз мажет первый штрафной. Кстати, Михаил Кондаков сегодня единственный представитель «Локомотива Кубань», второй команды. Потому что, может, учитывая, что у них сегодня матч, может быть, они решили кого-то из тех, кого потенциально могли бы выпустить в сегодняшнем матче, все-таки приберечь для матча основного состава. Мелешкин перехватил мяч. А у СБ замена. Станиславчик уходит, выходит Горнаев. Как я уже говорил, поиграли они друг с другом. Против друг друга, точнее. Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне. А по-моему, не выходил еще Алексей Попков. И в позапрошлом, конечно. И очень здорово. Кто не выходил? Попков, по-моему. Да, Попков не выходил. Просто коли мы говорим о больших АСБ, которых не так много в сравнении с игроками. Единой молодежной лиги ВТБ. Ну вот, собственно, мы с тобой сказали, Кондаков, что невысокого роста, а вот... Ну, он активно идет в проход. Да, видно, что умеет пользоваться своим телом, насадить защитника себе на спину и пройти под кольцо. 16-19 за 26 секунд до конца первой четверти. И у нас... Еще два штрафных. Почему? Да, потому что был контакт.
Да, Бугаенко как раз сфалил, попытался через спину зачем-то полезть за мячом, который прилетел в кольцо. И вот, собственно, в очередной раз уже сегодняшний день на линию встает Кирилл Горнаев. Кстати, что хочется сказать по Павлу Бугаенко, это его выбрали зрительским голосованием. Зрители, ну, любители баскетбола, выбрали его на данный матч всех звезд, потому что 10 игроков выбирали тренеры. 10 игроков выбирала специальная комиссия, одного игрока выбирали зрители, еще одного игрока, по-моему, тренера. Павел Бугаенко воспитанник ростовского баскетбола, играет за «Красный Октябрь-2». Достаточно так побросал его во время... У нас снова тем временем фол. Побросал его во время карьеры его юношеской. 15 лет он перебрался из Ростова в Химки, где отыграл 3 года. Затем перешел в молодежки Нижнего Новгорода 2. Опять же, собственно, о чем говорить? О том, что Павел Бугаенко поиграл со время с тем же Лёмом Станиславчиком, с тем же Сергеем Орехиным. И спустя полтора сезона вот отправился в Волгоград. Да, снова у нас... Конкурс исполнения штрафных бросков. Илья Агинских на этот раз ставит на линию. За 8 секунд до конца делает еще раз разницу в счете плюс 5. Красиво, но не точно. И быстрая Игорь атака. Забирает подбор. Митусов разгоняет атаку. Танаян. Фалят на Танаяне. Агаси будет прорывать 2 штрафных броска. Это второй фол Агинских, по-моему. Да, мне тоже так кажется. Да, так и есть. Ну, свалил корпусом. Корпусом свалил, летел соперника. Ну, сейчас, может быть, на последней секунде это уже не так критично. Только он пытался помешать, где-то, может быть, чуть-чуть переборщил. 17-21. И полторы секунды будет на ответ. У АСБ. Быстрая атака, не успели студенты провести атаку, 17-21. И после первой четверти сборная АСБ ведет. Что вы скажете, Иван, спасибо, по результатам? Спасибо, что обратились ко мне на вы, Андрей. По результатам более или менее ожидаемо. Как мы с тобой обсуждали в начале матча, АСБ где-то за счет запала, за счет где-то чуть больше сыгранности. Потому что, как уже мы с тобой обсуждали, многие игроки были выбраны для участия в матче звезд. Соответственно, они провели несколько дней сборы там, провели несколько дней сборы здесь. Несомненно, это накладывает свой определенный отпечаток, потому что, да, конечно, можно говорить, что вот ЦСКА отправили 3 своих ведущих игроков. Но 3 игрока – это 3 игрока. Другое дело, когда у тебя дюжина их, которая прекрасно понимает, как играть в баскетбол не просто, а играть в баскетбол друг с другом. Это все-таки две разных истории. У нас замечательный конкурс маскотов. Маскоты с... Лев – это маскот Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Леопард – маскот Единой лиги ВТБ, как вы знаете. И второй Мишка – это, по-моему, маскот также питерской команды «Черные медведи». Студенческой команды. Тем временем нам демонстрируют хайлайты первой четверти. Отличная передача на Агинских, и тому отвешивает смачный блокшот. Да, вот, собственно, вот та ситуация, о которой я тебе говорил, что там можно было прекрасно скинуть на открывшегося Рыженко, но сама по себе атака очень хорошая. Вытянули на дугу, прекрасный заслон, освободился. В общем, будь там не Курбатов, а кто-то менее рослый, менее прыгучий, там бы, конечно, были бы 2 очка. Но там был Курбат. Да, это Печерский. Набирает легкие 2 очка в отрыве. Я думаю, что на самом деле Александр Печерский – это вот в отсутствии Крайнова Мартиросяна одна из самых главных звезд, включая Сизова, сборной АСБ. Да, действительно, человек, который в относительно юном возрасте, он сейчас уже работает очень активно с фарм-клубом МГАВКа, МГАВК-2. И, несомненно, это... У нас Россия, как мне кажется, испытывает некоторый дефицит молодых тренеров. А МГАВК – это как раз заведение, которое готовит все-таки не баскетболистов, а тренеров в будущем. И, несомненно, это один из тех
за чьей работой надо будет пристально следить. И, естественно, никто не говорит о том, что сразу получит должность главного тренера. Да, никто, я думаю, нет, конечно, наверняка и такие случаи бывали. И в профессиональном баскетболе они, правда, не всегда заканчивались хорошо, но были положительные какие-то. А у нас начинается вторая четверть команды Единой Лиги ВТБ. Ее начинает Трубин. Марикин. Что-то не видно. А, нет, извините, Гаврилов. Конечно, это Гаврилов. Александр Гаврилов, ЦСКА-2. Находит под кольцом Трубина. Трубин, крюк. И 17-21. 19-21, извините. Ну, играют через Юрия. Играют через 3 секунды. Команда ВТБ. Гарнаев из СБ, Сизов против Зуева, против своего коллеги из Химок-2, кстати говоря. Антонов находит под кольцом Агинских и жестко фолит Андрей Десятников. Два штрафных будет исполнять Илья Агинских, центровой Ургувка из Екатеринбурга. У Десятникова первый фол. Да, действительно, очень надежно он свалил. Извините, Илья Агинский Орфу. Не дал он даже руки вверх вывести. Агинских реализует штрафной бросок 19-23. Анатолия Лаптева нам показывают. Спокоен, всегда стильный, с аккуратной прической, в костюме. Демонстрирует то, как должен выглядеть тренер, работающий с студенческими командами. Эталон. Илья Агинских, третий фол. И, я думаю, сейчас замена будет. Да, сразу его меняют. Глеб Станиславчик выходит. Илья Агинских, третий персональный замещатель. Что, да, кстати, хочется сказать про Илью Агинских, в том, что он буквально еще в прошлом сезоне играл по Суперлиге 3 за Нижнетагильский Старый Соболь. В этом году уже играет в ВСБ, за Орфу. Десятников пытался путбэком забить сверху, не получилось. И в итоге мяч переходит ОСБ. По-моему, там фол дают Трубину, да. В общем, потому что попытался он через спины противников просто перепрыгнуть, а так, в общем, делать нежелательно в европейском баскетболе. Если в НБА это еще где-то могут простить, то здесь вот сразу же получил персональное наказание. Очень плотно Гаврилов прессингует Антонова и ловит персональное замечание. Антонов очень комфортно себя чувствовал. То, что не важно, что перед ним один из лучших разыгрывающих России. Абсолютно спокойно, уверенно держал мяч. Несомненно, Гаврилов понял, что за такие контакты его будут наказывать. И сейчас немножко должен умерить пыл. Сизов получает мяч. Тоже фол. Зуев поставил руку на пути следования форварда. Да, СБ. Да, я на и своего коллеги по Химки 2, как мы уже говорили. За лицевой воет Печерский мяч. Печерский. Достаточно рискованная была передача Станиславчика. Антонов теперь под кольцо. Ой, как нашел Станиславчика, но Глеб выронил мяч. И быстрый отрыв в исполнении молодежи из ВТБ. И теперь перехват Антонова. Что, будет скидка на Горнаева? Ох! Трубин отвешивает горшок. Да, очень хорошо занял позицию и не давал Антонову сделать легкую передачу на Горнаева, и при этом имел возможность сделать вот такой легкий блокшот. Причем абсолютно никаких вариантов не было. Перекрыт был Горнаев. Вариант вставать на две ноги где-то в двух метрах от кольца и пытаться со средней. Скорее всего, этот бы бросок сумел накрыть игрок ЕЛВТБ. Ну, все-таки Юрий Трубин значительно выше, чем Михаил Антонов. И, учитывая всю прыгучесть Михаила, она у него знатная, уж поверьте нам, кто не видел. Все-таки в данном случае высокий рост, длинные руки и, соответственно, также нехилый прыжок Юрия имели значение. Да, очень плотно он защищается против Гаврилова. Он принял этот вызов, сказал: хочешь поиграть в жесткий контактный баскетбол, давай. Ну да, кстати, хотелось бы сказать о том, что нет такого
Вот что свойственно для матчей всех звезд, скажем так, ну, не особо активной защиты, шоу-тайма. Вот защита есть, шоу-тайма как раз особо-то и нет. Вот, но это как раз то, о чем я тебе говорил перед матчем, что именно такой, именно таким должен быть матч звезд. Потому что на сегодняшний день, если это все-таки не хоккей, где там забрасывается по 50 шайб за матч, то и не матч, условно говоря, звезд без соревнований, либо профессионалы, матч должен быть именно таким, он должен быть полностью с игроками, которые полностью выкладываются в обороне и отдают себе всего на нападение. Михаил Антонов один в один против Гаврилова будет использовать преимущество в росте. Преимущество в росте, скорее всего. Ой, извините, преимущество в скорости. Да, да, заговорился. Преимущество, конечно, в габаритах и росте у Гаврилова. Гаврилов очень четко занял позицию, абсолютно не дал ничего сделать. Вовремя встал на две ноги и из-за лицевой уводит. Антонов, 3 очка на исходе владения, не точно. Остапкович забирает подбор и отправляет быстрый прорыв. Трубина снова. Фалит Рыженко, судя по всему, на нем. Да, там Станиславчик, конечно, смачный блокшот сзади отвешивал, но, в общем-то, из-за него он мог получить фол. Да, Василий Рыженко, первый фол. Василий Рыженко, воспитанник молдавского баскетбола. Да, недавно относительно перебрался он в Малаховку. В свое время поиграл за Великолукскую государственную академию физической культуры и с ней стал чемпионом АСБ по северо-западному федеральному округу. А также, кстати говоря, Василий бронзовый призер чемпионата Молдавии. Да, это солидно, потому что в отсутствии Пересыпкина Гав, конечно, остро нуждался в центровом, вокруг которого можно было бы выстраивать игру, которым, собственно, и стал Рыженко. Ой-ой-ой, там, по-моему, очень на тоненько. В общем, судя простили, по-моему, Станиславчик на линии получал мяч. Ну, простили судьи, Митусов. Гаврилов показал хорошо и добавил. И Десятников добавляет. Хотя, мне кажется, и так бы мяч упал. И так, и так. Но, если ты помнишь, пару минут назад он пытался то же самое сделать, только тогда в итоге дали фол Трубину. И Десятников не смог добавить. А здесь у него все очень удачно получилось. И очередная... Быстрая атака в исполнении единой лиги ВТБ. Остапкович один на один против Печерского. Интересная дуэль, кстати говоря. Печерский очень неудачно посмотрел в сторону, пытался разобраться, где заслон, что там его еще ждет. И в этот момент Стапкович ушел в левую сторону. Печерский не увидел этого маневра. Увидел, но уже слишком поздно. Да, действительно, надо брать тайм-аут. Счет равный, и практически ничего не получается в позиционном нападении у подопечных Анатолия Лаптева. Тем временем у нас тайм-аут и прелестные девушки из группы поддержки Freedom Team. Хотелось бы сказать о том, что данная группа поддержки является официальной группой поддержки Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Так что АСБ везде. Нет, мне тут сообщают, что это группа поддержки ЦСКА все-таки. Freedom Team, видимо, будет чередоваться группа поддержки Freedom Team и группа поддержки ЦСКА. Да, потому что на самом деле фотография, которая была опубликована на сайте Ассоциации юнического баскетбола, анонсирующая участие именно этой группы поддержки, меня она, в общем-то, мотивировала на поход на этот баскетбол, если бы на этот матч, даже если бы я его не комментировал. Это был немаловажный фактор. Несомненно, она превзошла все мои ожидания. Два штрафных будет исполнять Стапкович, очень спокоен, даже не вспотел, по-моему, не эмоции, абсолютно спокоен. Это очередной матч просто. Да. Для него это просто очередной матч. Ну, собственно, показывает Андрея Мальцева, общается он со своими подопечными.
На площадке у АСБ вижу Милешкина. Милетич вышел еще. Милетич. И Ашмаров. Ашмаров впервые. Вот. Ашмаров, кстати говоря, победитель конкурса трехочковых бросков на матче звезд АСБ 2015, ну, сезон 2015-2016 года в городе Нижний Новгород, который прошел буквально недавно. Представитель АЛТ-ГПУ из Барнаула. Ну, а, собственно, впервые игроки единой молодежной лиги ВТБ выходят вперед в сегодняшнем матче 25-23. Милешкин пытается накрутить на Рыженко, которая на трехочковой дуге получает мяч. Марко Милетич демонстрирует школу балканского, скажем так, броска. Балканский бросок, это через, ты имеешь в виду, когда через руки Гробахоса с 9 метров? Это про такие, видимо, броски. Да, легкие 2 очка набирает Остапкович. 27-26. Милешкин. Да. Кстати, была достаточно интересная история с Марком Милетичем. Марк играет не только за команду АСБ из Ухты, но и за планету университет по любительской баскетбольной лиге всероссийской. И была забавная ситуация в финале МЛБЛ СЗФО прошлого сезона, где ему буквально за 3 секунды до окончания игры свистнули пробежку в быстром отрыве, и по итогам планета университет тогда проиграла. Очень живо обсуждался данный момент в российском баскетбольном интернет-сообществе. Знаешь, на этой площадке на протяжении много лет играл еще один человек, который тоже в финале одного студенческого соревнования допустил пробежку, которая стоила его команде титула. Я про Траджана Лэнгдона говорю, который в финале, если ты помнишь тогда... Нет, я не помню. Это был действительно драматичный эпизод, когда он на последних секундах допустил потерю. Действительно, была чистая вода пробежка. Это было я, его... к сожалению, когда он допустил пробежку, мне было, наверное, лет 8, и я не знал. Все было не так давно. И Остапкович очередной раз на линии. Точен 29-26. Все-таки родные кольца, они дают себя знать. Сизов. И замена у нас. Кондаков вышел в единой лиге ВТБ. Мы все не видим Попкова. Вот кого, мне кажется, определенно сейчас не хватает на площадке ОСБ, это центрового прекрасно. Марко Милетич. Милетич показал очень здорово, что сделает движение вправо, сам набрал легкие 2 очка. Собственно, Попков, выступающий за СПБГУ ПДТ из Питера, как не сможет догадаться, оставил очень приятное впечатление на матче звезд. Очень такой солидный, крепкий центровой, которого, мне кажется, сейчас, вот как ты видишь, да, подбор остается за игроками молодежной лиги ВТБ. Да, они как, ну, по сравнению с началом игры стали намного внимательнее относиться к игре на подборе. Данил Синегубов, если не ошибаюсь, забивает 2 очка с фолом. Да, в общем, прилично ему прилетело от Ашмарова, по-моему. Даниил Синегубов неоднократно вызывался в молодежной сборной команды России. Играл за сборную команды Ю-18, Ю-20. А тем временем Милешкин пошел в проход неудачно. Подбор забрали игроки ВТБ, и здесь, как понимаю, был заступ. Марихин наступил на линию, хотя очень хороший маневр. Он прекрасно проходил лицевую, немножко его... Вот нам показывают сотрудников ФСБ, да, которые работают с прессой и организуют ее, в частности, и на этот матч. Антонов прессингует его Кондаков. Горнаев, снова Антонов. Ах, немножко припозднился. Милешкин, треха через руку Митусова, неудачно. Припозднился, конечно. Надо было раньше было отдавать Милешкину, который абсолютно... У него было 1.2 метра запас примерно на бросок. Прекрасно. Ой, какая передача! Но не получилось. Это интересное было движение в исполнении Митусова. Да, Кондаков 1-1 против Милетича. На треху Марихину неудачно. Горнаев забирает подбор. Сизов разгоняет отрыв. Милешкин снова в проход. И почти фактически сверху. Да, в общем-то, забивает. Потому что рука Курбатова там была уже где-то занесена. Владислав Милешкин.
защитник СПБ группы ТД. Да, я думаю, побоялся Курбатов своей карающей дланью коснуться Мелешкина, потому что там последствия потом этого касания могли быть очень неприятные для игрока все того же СПБУ ДТ. Ну, несмотря на всю достаточную принципиальность, как я понимаю, все-таки для и для СБшников, и для ВТБшников данной игры, и что жалеть никого они не намерены, все-таки в плане травм никто никому, естественно, не желает травмироваться и пытаются в данном случае играть очень осторожно. Ну, действительно, много друзей, много знакомых сегодня собралось слишком на площадке. То есть, конечно, какое-то соперничество есть, но без каких-то... Без жестокости. Да. Марихин забивает второй штрафной. Абсолютно незаметен Сизов. Ой-ой-ой. Хотел сказать, что абсолютно незаметен Сизов. И он, в общем-то, вот сейчас напомнил о себе, сделав такую очень смелую передачу. Мяч остается у игроков в серой форме. Я не хочу запускать эту тему с определением цвета одежды. Чересчур популярную в интернете. Но, кстати... Мелешкин, ох! Coast to coast в исполнении Славы Мелешкина. Очень здорово. В очередной раз берет игру на себя. И, в общем-то, отсутствие Антонова очень комфортно себя ощущает в качестве основного разыгрывающего. Антонов-то сейчас на площадке, кстати говоря. Хорошо, в качестве основного разыгрывающего, потому что он именно взял на себя эту функцию. Вот как раз Антонов. Быструю атаку. А вот Сизов наконец-то позитивно напомнил о себе. Да, Павел Сизов, трехочковый бросок, 33-35. Ой-ой-ой, это, конечно, фол в нападении. Метус очень смелое движение сделал рукой. Ну и, конечно, Антонов молодец, очень красиво приземлился. Но вот он держится за поясницу. Я, кстати, не знаю, что за микротравму он получил в ходе тренировок, никогда не с поясницы или... Потому что это было бы очень неприятно фактически остаться с одним там номинальным разыгрывающим в лице Мелешкина. Особенно это было неприятно бы МГАВКу, учитывая, что... Да, кстати, совсем скоро начинается единая лига... О, извините, Лига Белов... Нет, единая лига. Лига Белов начинается в СБ. Она будет продолжаться с марта по конец мая, где будет принимать участие лучшая команда СБ этого сезона. Ты знаешь, на ранней стадии МГАВК, я думаю, сможет обойтись... И без Крайнова, и без Антонова, если такая судьба. Собственно, потеря Милетич. Не удержал мяч в руках. Так, говоря о форме, очень нравятся мне формы, в которых выступают сегодня команды. Я вообще за футболки в баскетболе, и они действительно смотрятся очень здорово. Оригинальные и цвета, и действительно ярко. Мне вообще оранжевый – это вообще отличное, по-моему, решение для единой лиги ВТБ. Но я могу сказать, что серая выглядит постильнее. Ну, это лично мой взгляд. Нападение у нас ВТБ. Танаян, Десятников. Ой, извините, Курбатов. Митусов. Тяжелый проход, тяжелый мяч сбивает. Защитник Енисея 2. Да, в этот раз очень хорошо нашел контакт с Мелешкиным. Не потерял координацию. Смотри, и очень уверенно. А у нас тем временем фол. Там фалят ВТБшники. Танаян, судя там по выражению лица, он в очередной раз недоволен. Третий уже фол у форварда Автодора. И замена. Уходит Курбатов, уходит Бугаенко. Для любителей романтических историй скажем о том, что... И учитывая, что у нас сегодня матч АСБ и ВТБ, у дамы сердца, у Павла Бугаенко, это... Форвард женского МГАВКа Ксения Козочкина. Чтобы вы понимали, насколько глубоко мой коллега копался при подготовке к этой трансляции. Сизов будет бросать? Нет, не будет бросать. Танаян. Ой, хорошая скидка на дугу, но немножко неудобно. Антонов со средней. Точно. Прекрасный бросок. За минуту 16 до конца. 39-35. Вновь впереди АСБ. Да, кстати, дорогие друзья, никуда, пожалуйста, не уходите по завершению второй четверти. У нас будет Slam Dunk Contest. Фалят на Митусове. И будет восполнять он
снова штрафные броски, уже не в первый раз в этом матче. Но это как то, что мы с тобой обсуждали перед матчем, что большое количество длинная скамейка позволяет совершать большое количество фолов. О, тайм-аут. Это прекрасно. Мы сейчас увидим очередную группу поддержки. Да, которая... вот как раз сейчас будет танцевать Freedom Team, официальная группа поддержки Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. И данного матча всех. Да, ну давай на самом деле все-таки в прозе жизни, в виде баскетбола, краем глаза поглядывая на прекрасных девушек, которые танцуют перед нами. А первая половина проходит равная. Абсолютно. Я не вижу превосходства в классе. То есть, конечно, не показал, что может Остапкович, да и, в общем-то, Гаврилов не демонстрирует всего того, что он явно может. При этом очень здорово играет Милешкин, которого я, в общем-то, не ожидал, что он настолько важную роль будет играть в атакующих построениях АСБ. Ну, в общем-то, да, это течение обстоятельств, что нет Крайнова, нет Мартиросяна, но все равно человек, в общем-то, принял вызов и успешно с ним справляется, по крайней мере, на протяжении первых 20 минут. Ну, кто-то что-то будет дальше. Посмотрим во второй половине, сможет ли АСБ поддерживать такой темп и далее. И не будет ли, как мы уже не раз упоминали этот матч МГУ-ЦСКА, не будет ли такого, что просто ВТБшники включат свое физическое превосходство, ну, как это было в матче с МГУ-ЦСКА? Тогда мы с тобой обсуждали, что разница в классе игроков, условно говоря, стартовой пятерки МГУ и игроков ротации, там, а там нужно там, с 6 по 10, да, про 11-12 игрока я вообще не говорил, она слишком существенна здесь. Это матч звезд. Здесь не должно, нету такой существенной разницы в классе, условно говоря, между, не знаю, Станиславчиком, Попковым там и, допустим, Горнаевым, да, ну, тремя основными центровыми. Ну и, АСБ. Конечно, дорогие друзья, немаловажный факт для подобного звезды, для подобного матча, учитывая, что он носит название матч молодых звезд, стоит учесть, что средний возраст у игроков Единой Лиги ВТБ будет помладше. Прекрасно. Отличная передача. В очередной раз Горнаев находит Милешкина. Прекрасно сегодня они взаимодействуют. При том, что, в общем-то, с Милешкиным гораздо лучше должен был бы взаимодействовать Попков, который до сих пор не появился на паркете. А с Горнаевым Манянов. Да, да, все так. Я обязательно подойду потом к скамейке АСБ и узнаю, что там с Алексеем, потому что вот он, в общем-то, сидит, готовый выйти на площадку, но все-таки... И рядом с ним как раз сидит Даниил Анянов. Даниил Анянов, представитель Фармы, да, представитель Универа из Перми. А почему, собственно, мы говорим, почему, собственно, Горнаев с Аняновым, например, так бы хорошо взаимодействовали? А причина банальна. Они играли за одну юношескую команду, за команду «Родники» из Ижевска. И это было буквально совсем недавно. Милешкин снова с мячом. Главный герой последних минут. Ох, какой кроссовер. Как он ловит Синегубова на нем. Но, к сожалению, не получилась передача. Остапкович разгоняет быстрый отрыв. Идет под кольцо. И 41-41. Да, и, собственно, 24 секунды до конца. Будут до конца держать мяч. Антонов. Расставляет своих партнеров в позиционном нападении. Сизов на трехочковой дуге. В углу Милетич расположился, он и получает мяч. Бросает через руку Остапковича, да. Нет, точно. И за 3,7 секунды до конца получит владение сборная Единой молодежной лиги ВТБ. 41-41, посмотрим, удастся ли ему уйти на перерыв с преимуществом. И у нас тайм-аут стал. Видел я буквально сегодня утром один интересный бросок на окончании владения. Сегодня, если ты смотрел, Golden State играли с Оклахомой. А я, к сожалению, не смотрел. Ты очень много упустил. Обязательно посмотри. Не поленись, может быть, весь матч посмотреть. Но там было, в общем-то, все то же самое, что мы уже видим на протяжении последних пары лет. Стивен Карри просто бросил со своей половины при равном счете за несколько секунд до конца и попал. Вот, но... Но у нас есть поклонники Стефа Карри, например, в стане обеих команд. Может быть, кто-то решит повторить данный подвиг. А может быть, тренерский штаб команды в оранжевой форме тоже так. Пацаны, смотрели сегодня, как матч проходил? А давайте, кто у нас хорошо бросает трехочковые броски? Кто?
ты все знаешь, Андрей, кто у нас лучший по проценту реализации? Или близкий к лучшему, хорошо. Ну хорошо, Остапкович, да, давай. Ну, Единой Лиги ВТБ, Остапкович, стоит учесть Зуева, того же Митусова. Так что... Ну, учитывая, давай, учитывая, что это Достаточно. Родное кольцо, надо подойти сейчас к Остапковичу, сказать, слушай, знакомое же место. Ну, давай, сейчас тебе там скинут мяч. Максим, ну, вообще, на самом деле, Максим Кондаков, у него один из лучших процентов сейчас в Единой Лиги ВТБ молодежный. Около 40% трехочковых бросков он забивает. Поэтому, возможно, что и Максима выпустят. Выходит команда на площадку. Вижу Митусова, вижу Десятникова. А Кондакова нет как раз? Да, Гаврилов. Зуев и... Митусов. Не, его я уже назвал, Остапкович. Как раз. Митусов будет выносить мяч из-за лицевой. Получает его Гаврилов. Бросок. Не точно. Получилось, потому что сумел он уйти от Сизова. 41-41 после первой половины. Ничья. 41-41. Равная игра. И это радует, абсолютно, что можно сказать? Абсолютно равная. И пока что я не вижу каких-то действительно ресурсов для того, чтобы одна из команд смогла вырваться вперед. Собственно, Роман Скворцов нам сейчас представляет участников конкурса по броскам сверху. Напомним, что Дмитрий Попов из «Химок» и Антон Остапкович из «ЦСКА» примут участие в этом конкурсе со стороны Единой молодежной лиги ВТБ. Да, сторона СБ это будет Владислав Мельников и Никита Потапов. Кстати, про Никиту Потапова. Никита Потапов участвовал в конкурсе по броскам сверху в рамках чемпионата России студенческого 3-на-3 и занял второе место. Это было, если не ошибаюсь, в 2013 году. А тогда выиграл, кстати, первое место заняла в том же турнире как раз его команда. Тогда он играл за Тверской КАМИТ, КАМИТ-университет. Это Тверской государственный университет. И оба участника участвовали в Slam Dunk Contest в рамках матча всех звезд студенческого баскетбола в Нижнем Новгороде совсем недавно. На судей давай представим. Это Илона Корстин. Это Иван Едешко. Это Сергей Валентинович Кущенко. Тараканова я вижу там. Да, и маскоты будут дополнительно принимать участие в голосовании. И игрок ЦСКА Антон Остапкович. Что, друзья, остается буквально несколько минут. Минутка. Уже уже разбрасываются Потапов и Мельников. Помогать будет Мелешкин, судя по тому, что он остается на площадке. Остапкович очень уверенно смотрится, приветствует своих визави. Мельников, он под 29-м номером, под 3-м номером будет Никита Потапов, очередной представитель, как уже сказал Андрей, новгородского баскетбола. Да, и 4-й судья из дней маскотов, это Сергей Тараканов, заслуженный мастер спорта, бывший генеральный менеджер сборной команды России. Обиделся маскот. Маскот черных медведей, ему не хватило стула. Потапов. Слегка разбрасывается, и он, видимо, начинает. Итак, дамы и господа, мы начинаем. Свою первую попытку исполняет представитель Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна Владислав Мелешкин. Встречайте. Да, Мелешкин. А, Мелешкин? Да, не до... 45 секунд. Все-таки это видимо, произошла очередная замена. Да, потому что я не вижу Мельникова. Ого.
Ну, неплохо, неплохо, Вячеслав Мелешкин пытался занести первую попытку. Сейчас посмотрим, получится ли или нет у него. Должно получиться, парень-то прыгучий все-таки, давай. И... Вот такая разновидность дабл-пампа с исполнением Владислава. Ну, устал, понимаешь, парень бегал 20 минут практически без замен. И, несомненно, ему тяжелее. Ого! Ого! Владислав Мелешкин! Решил изменить он бросок в последний момент, при том, что то, что он технически исполнил сейчас, в общем-то, мне значительно легче, чем то, что у него не получилось. Классический данк Джулиус Иринга. Да, то есть... Исполнил Владислав. Да, у нас замены Мельникова нету. Владислав Мельников, к сожалению, отсутствует. Видимо, травмы, либо просто жалко, потому что приехать. Очень прыгучий парень. Действительно. Никита Потапов. Дабл памп. Спиной кладет в кольцо. Никита Потапов, представитель Новгородского государственного университета. Да, обрати внимание, что оба участника от АСБ, они, в общем, довольно низкие для по сравнению со своими визави. Зато данки смотрятся более эффектно. Очень даст, да, несомненно. Итак, дамы и господа, наш третий участник, представитель команды Химки Иван, Дмитрий Попов. Дмитрий Попов, представитель Химок. Посмотрим, что нам продемонстрирует Дмитрий. Для меня вообще темная лошадка, я ни разу не видел. Что он может продемонстрировать? Но пока что очень лениво решил исполнить мельницу, без особого разбега, дурачиться немножко. А сейчас? И сейчас медленно, не торопится совсем. Не хватает взрывной силы, мне кажется, немножко. Ну... По сути, тот же самый данк, что сделал Никита Потапов, только с меньшей амплитудой. Конечно, оценки будут ниже. 7-7-6. Ну что, давай смотреть за Антоном Остапковичем. Давай посмотрим, что продемонстрирует Антон. Данки с игры мы видели. Посмотрим, что он сделает сейчас. Ну, тот же... Данк, который забили данк, Никита Потапов, да, Дмитрий Попов, с большей амплитудой. С большей амплитудой, но, в общем, тоже не, далеко не самое яркое, что явно мог показать Антон. Но, возможно, что-то приберег. Да, скорее всего так, но, опять-таки, давай не будем забывать, что так же, как и Мелешкин, он, собственно, сейчас отбегал довольно много без замен. Ну, посмотрим на воспитанника петербургского баскетбола. С навеса, судя по всему, будет. Нет, нет, без навеса. Но на 360. Это прям совсем продвинутый данк. Неужели он сможет это сделать? Владислав Мелешкин! 360 градусов! Это впечатляет. Это действительно впечатляет. Да, причем, улетая от кольца, с хорошей амплитудой. Забивает гвоздь в кольцо УСК ЦСКА. Несомненно, здесь были все десятки. А теперь Никита Потапов с наброса. Оу! Это существенно лучше первой его попытки. Это действительно должны оценить судьи. Потому что сначала мы увидели с тобой данки матча звезд АСБ. И там действительно... задали довольно высокую планку. После этого мы посмотрели матч звезд NBA с лучшим данк-контестом вообще, не знаю, за последние десятилетия. И сейчас вот мы смотрим здесь, и действительно, ребята... Ну, по уровню атлетизма все-таки, наверное, не стоит сравнивать с NBA. Но сегодня нет победителя слэм-данк-контеста матча всех звезд Дьюка. Да, но не надо забывать, что он, в принципе, один из лучших данкеров вообще в России. Да, здесь... Представитель International Dunk Family. Это было бы, на самом деле, нечестно перед Единой молодежной лигой ВТБ, если бы такого человека прислали, потому что это конечно, не автопобеда, но очень близко к этому. Ну, Дмитрий Попов... Да, я показываю...
держится за палец, то есть, видим, то ли у него есть какая-то микротравма кисти, либо он сейчас ее уже в процессе получил. Антон Остапкович свою попытку готовит, ассистирует его Михаил Кулагин. Также игрок ЦСКА-2 и участник встречи между МГУ и ЦСКА-2. Да, блестящий, блестящий выступивший в том матче, если помнишь. Да, да, да. Они вместе как раз с Иваном Лазаревым и сделали результат четвертой четверти. Да, да, все так, все так. Кстати, мы тут говорили про International Dunk Family. Никита Потапов, кстати, тоже участник данной формации. Для тех, кто не знает, IDF – это, скажем так, family community данкеров со всей России. Куда входят такие известные персонажи, как Дьюк, Александр Шалыгин, всем известный как Шал. Ну и множество других ребят. 90 очков. Да, Илья Кроха из Украины. После первого этапа Антон так, Остапкович. 92. Итак, в финал выходит Антон Остапкович. Остапкович Мелешкин. И Владислав Мелешкин. Ну, да, достаточно ожидаемо. Хотя у Потапова были очень хорошие данки. Ну, видать, решили, чтобы все-таки противостояние продолжалось и в финале. Ну что, характерно, у нас остались парни, которые были знакомы. Да, интересно. Мелешкин действительно радует сегодня своей игрой и на площадке, и в рамках контеста, на котором вообще не был заявлен. Там парень уверенно идет к MVP матча. Давайте посмотрим. Поехали! Его броском. Вячеслав Мелешкин, третья попытка. И первая финальная. Через ногу хотел забить Владислав. Очень сложный данк в плане техники. Кстати, прибавил зрителей значительно по сравнению с началом. На верхних ярусах уже сидят. Уже ближе. Если он только начинает это отрабатывать, если представлю, какие он данки будет делать уже через... Зах Лавин оценил бы. Если это получится. О-хо-хо! Ну решил поменять! Решил поменять, в общем-то, исполнил тоже неплохой, весьма неплохой да. Одна из разновидностей мельницы. Продемонстрировал Владислав Мелешкин. Ох! Очень качественно. Крутится, вертится. Исполнение. Посмотрим. Снова с передачи Кулагина будет. Видимо, не от щита, а от самого кольца, судя по или может быть, с руки будет сейчас снимать. Ну, сейчас увидим. Мельница в исполнении Антона Остапковича. Причем такая хорошая, амплитудная, на вытянутых руках. Ну, тоже, видимо, дадут девятки. Нет, есть одна десятка дает. Сергей Тараканов дает 10. Ну, действительно качественно, да, и высокий прыжок. Для Остапковича никаких эмоций, абсолютно. Как Коваляна, или Тим Данкан. Надеемся, что дорастет до таких же вершин. Вячеслав Мелешкин, вторая попытка в финале. Поддерживают его зрители. Воу! Владислав Мелешкин демонстрирует шикарный потенциал, как по мне, в плане данков. Я не удивлюсь, если они тренируются с Дьюком в одном зале. И, вполне возможно. И у Шалыгина. Вполне возможно, поскольку все это петербургские мастера мяча и прыжка. Мяча и полета. Да. Ну что, Остапкович, судя по разбегу, это будет что-то а-ля от линии штрафного броска, либо по очень высокой пике заброса. Но если Антон забьет со штрафной, это будет очень удивительно. Нет, не хватило прыжка, и, в общем-то, заступ был такой довольно ощутимый. Серьезный, но все-таки Антон Остапкович не Джеймс Уайт. Ну, тот, да, тот известный человек. Правда, в NBA у него все-таки не сложилось, но... Так, смотрим. Даже решил не прыгать, потому что сильно слишком выступил. Ну, может быть, был бы посвежее, Антон. Да. Забил да, бы. Конечно, это вполне возможно, потому что человек, как я уже сказал, бегал
чуть ли не практически без замен эти две четверти. По траектории обратная мельница. Тамагав Гдан. И, скорее всего, это победа игрока ЦСКА-2. Ну, не знаю, я думаю, что он Станислав Мелешкин, мне кажется. Ровный, по-моему. По-моему, ровный счет становится. Ну, да, достаточно далеко утригивал до Тамагавка. Но данк был очень хороший. Да, фаза полета. Да, лично ничейный счет. Это действительно был ничейный счет. Остапкович замученный, вынужден будет сейчас исполнить еще что-то оригинальное, чтобы все-таки вырвать победу. Без повторов, говорит Роман Скворцов. Максимально быстро. Мелешкин. Далеко. И только я сказал, что далеко в сторону ушел мяч, что очень тяжело будет его выловить. Вот это амплитуда. Он взял и просто на 180 градусов. Потрясающий данк. Шикарно, шикарно. И снова 3 девятки, 2 десятки. Посмотрим, что, чем ответит Антон Остапкович. И он не попал. И поскольку у нас было сказано, что без повторов данка... Нет, дают. Сергей Валентинович. Дают еще одну попытку. Настаивает Сергей Кульченко на то, чтобы повторил Антон попытку. Поддерживают его собравшиеся. Ох, сколько их тут много. О-о-о! Это заявка. Вот это да! По локоть. Данк имени Винца Картера. И Валентинович тут. И снова ничейный результат у нас. 47-47. Антон Остапкович не так прост. Да, довольно неожиданное решение было. Ну что, Роман Скворцов подходит к ребятам и пытается узнать, как мы сейчас определим победителя. Он, скорее всего, узнавал, как сейчас было сказано Романом, есть ли у них вариант данков еще. Нет, ну всегда можно как-то спонтанно что-то придумать. Нет, ну, конечно, можно симпровизировать, да. Решают судьи. Небольшая заминка. Короче, почетный жюри предлагает. Либо кидайте жребий, либо все-таки еще по одной попытке. Жребий или еще по одной попытке? Ну что? Ну, конечно, мы за одну попытку еще дополнительно. Так, конечно. И так. Можно было бы предложить один на один до двух, например. Тоже такой. Или с обязательным условием, что через данки. Да, до одного, но через данк. Знаешь, такое. Но, правда, тогда Остапкович очень значительное преимущество имеет. Ну, если сейчас еще играть один на один, все-таки учитывая, что ребятам бегать вторую половину, а игра один на один достаточно тяжелая в плане физическом, то, конечно, сомнительно, что они будут играть один на один. Итак, у нас по дополнительной попытке. Владислав Мелешкин, шестой данк сегодня. И третий в финале. Очень, извините, четвертый в финале. Конечно. Первая попытка неудачна. Тяжелый. В очередной раз пытается он сделать этот тяжелый физический данк. Конечно, будь он свеж, конечно, бы его сделал. И чуть-чуть не хватает ему. Смеется Анатолий Лаптев. Смеется партнер Владислава, Алексей Попков. Что сейчас предложат?
разыгрывающий Санкт-Петербурга. Ну, свой первый дан. Да, но немножко, если ты видел, немножко не долетел. Тяжело уже дается прыжки. Ну, уже забились ноги. Да, конечно. Давай посмотрим повтор. Ну, амплитуда хорошая, да, но действительно не выпрыгнул высоко. И сейчас у Остапковича будет очень хорошая возможность одержать победу в сегодняшнем конкурсе слэм-данков. Антону Остапковичу импонирует игра Дуэйна Уэйда, как он говорил в интервью. Ну, посмотрим, демонстрирует ли что-то. По-моему, через Кондакова собирают ставить сверху, правильно я понимаю? Да, это, по-моему, вроде Кондаков. Но с опорой перепрыгивал. Не, скажем так, не чисто. Ну и не забил-то в итоге. А вот это получилось. А вот теперь уже без опоры, чисто перепрыгивая через Кондакова, Антон Остапкович заколачивает мяч кольцо. 9. Да, все-таки судьи дают ему победу. У нас здесь победитель конкурса по броскам сверху в первом матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола и единой молодежной лиги ВТБ. Это игрок ЦСКА-2 Антон Остапкович. Президент единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Хладнокровен, как данком. Поздравляем Антона Остапковича с победой в слайм-данк-контесте. Для тех, кто не знает, Антон Остапкович уже неоднократно заигрывался за основную команду ЦСКА, сыграл уже 3 игры в Евролиге в этом сезоне. Ну, получал, правда, небольшое количество времени, но, как показатель, много ли нас сыграло в Евролиге. Давайте говорить так. И сезон играл в одном дюбле. Давайте говорим. Что, друзья, у нас сейчас должна начаться вторая половина матча. Зрители, вот вы видите прекрасно в своей картинке, как много их сегодня собралось в УСК ЦСКА. И поддерживают, кстати, я смотрю, более-менее поровну. Если не принимать в внимание огромную группу поддержки из Малаховки, которая сопровождает сегодня целый. Данная группа поддержки бывает на всех матчах. Да, причем... МГАВКа, и где вообще присутствуют игроки МГАВКа. Да, они, в общем, активно ездят и по России. Я помню, когда самый яркий выезд их был в Екатеринбург, когда они играли в финал АСБ, поправь меня, это, по-моему, сезон был 11-12, финал с УРФУ. Прямо вывели на экран статистику первой половины. А по трехочковым 2 из 12 у АСБ, 2 из 8 у единой молодежной лиги ВТБ. Ну, процент реализации пока не впечатляет, что у обеих команд. Да, вот наш прогноз про большое количество штрафных бросков, он оправдался, 17 из 24 у ВТБшников. Подборы 7 плюс 13, 7 плюс 11, приблизительно поровну, но заметьте, как много их на чужом щите. Потери 9-8. В принципе, для матча звезд это не так много. Да, я думаю, что уложиться в это количество как раз команды должны, потому что многие не сыграны, многие вообще видят друг друга впервые. А это, в принципе, вполне нормально. Алексея Саврасенко нам показывают, нашего заслуженного баскетболиста, ныне работающего в Федерации, Российской Федерации баскетбола. И отвечающего, в частности, за молодежное управление. За молодежный баскетбол. Ну, стоит еще учесть такую графу статистики, как блокшоты 4-1 в пользу единой лиги ВТБ, что демонстрирует преимущество в росте команды ВТБ и атлетизм, более грамотно занятая позиция. И, собственно, любая атака, которая заканчивается блокшотом, да, если она не связана напрямую с атакой на последних секундах, да, если тебе твой блокшот, если твой бросок заблокировали, значит, наверное, что-то ты сделал не так. А поскольку игроки АСБ систематично залезали под больших, это действительно немножко тревожный звоночек. Горнаев, Антонов с мячом. Билетич отвешивает. Вот то, о чем... Очередной горшок.
Десятников. Это был в очередной раз. Грамотно занял позицию, выпрыгнул, абсолютно спокойно заблокировал бросок игрока из Ухты. Антонов хорошо скинул на Карнаева. Карнаев с неудобной руки очень хорошо. 41-43. Очень качественный бросок в исполнении Карнаева. Нападение ВТБ. Марихин. Трешка. Точно. Хороший заслон получился. Не смог его Антонов преодолеть. Упал. И Сергей Марихин, в общем, получил достаточно пространства, чтобы спокойно атаковать кольцо АСБшников. И 3 очка в ответ. Павел Сизов включается. 44-46. Также в матче звезд было, когда он включился чуть поздно, в 3-4 четверть, однако именно его 3 трехочковых броска стали решающими. Горнаев на дуге. Очень спокойно он уходит за своими более маленькими оппонентами на дугу. Успевает забрать подбор, успевает... Сизов снова 3. Ну, на этот раз не точно. И если помнишь, мы тогда с тобой... То же самое было в Нижнем Новгороде, когда несколько раз подряд он точно попал, а потом немножко сбивался у него прицел. Здесь было главное вовремя остановиться, уверен, что Павел достаточно опытный игрок, чтобы уже не пытаться вот такие немножко опрометчивые трехочковые броски, когда твои партнеры еще не расставились. Горнаев опекает сейчас Десятникова. Хорошая была скидка, но Метус в очередной раз заступ. Уже не первый раз в сегодняшней встрече мы видим. Антонов с мячом. Прессингует баскетболисты. И на самом деле это очень опасно, потому что... И Печерский. Хороший бросок. Хорошая атака, к сожалению, не попал форвард Нугавка. Трехочковый бросок. Действительно, чересчур активно Гаврилов вместе с Сергеем Метусовым пошли прессинговать. В итоге осталось 4-3. И СБ все сделали очень грамотно. Вывели. Но только не забил. Да, но... Ну, сама задумка была очень хорошая. Все очень качественно исполнили. Если бы Сизов, может быть, чуть-чуть быстрее, мгновение, где он потерял мяч. Ой, какой хороший пик-н-ролл разыграли ВТБшники. Трубин в итоге сейчас будет бросать 2 штрафных броска. Горнаев получает персональный фол за столкновение в воздухе с Юрием Трубином. Да, Трубин все очень качественно сделал. Прикрыл мяч корпусом, бросал с неудобной руки. Горнаев 9 очков до фола. Пока что 10 очков на счету у Мелешкина. И 12 у Остапковича. Да. Как раз финалист Слэмдан Контеста лидирует и по очкам. Да, кстати, про Трубина. Я сейчас сказал, что он на неудобную руку перевел мяч. На самом деле он левша, поэтому там вдвойне все было продумано. Огинских нам показывают. Мяч остается у ВТБшников. Огинских, к сожалению, четвертый фол. И сейчас его, скорее всего, поменяют. Тем временем Марихин нападение. Скинул, но Трубин. Не очень удачно. Гаврилов. Было неплохо задумано, но просчитали его задумку баскетболиста СБ. Да, и мяч причем остается у подопечных Анатолия Лаптева. Сизов на дуге. Нет, вот то, о чем мы с тобой говорили, не стал бросать. Хороший, опасный пас, конечно, Горнаев сделал, и его ожидаемо перехватили. Марихин, по-моему, это был. Десятников, фолит Горнаев, третий фол у Кирилла, и Десятников будет реализовывать 2 штрафных броска. Попытается реализовать. На самом деле абсолютно правильно сделал Горнаев, да, не удалось ему забрать мяч, и его убирают. Ну вот сейчас как раз, собственно, Андрей продемонстрировал свое преимущество в росте, учитывая, что он даже спину не ставил Горнаев, да, просто за счет рук. Да, при том, что там еще и Огинских выпрыгнул, который, прости меня, номинальный центровой в своей команде, абсолютно ничего не смогли сделать. И это четвертый, говорят, фол. И все остальное будет пробиваться. То есть 7 минут каждый фол, это, конечно... Достаточно быстро набрали персональные замечания командные студенты. Десятников, первый бросок точно. Второй, прошу прощения. 46-46 на табло. Антонов. Фолит Метусов. Нет. Фол нападения Антонову. Немножко неожиданно, не увидел я такого движения у Антонова, которое можно было бы трактовать как фол. Ну, кстати, с Антоновым
очень плотно играет. Если заметишь, Метусов, Гаврилов, Гаврилов делал Сандаков. Это ранее, да. Да, видимо, прочитали на сайте АСБ, кто там стал лучшим игроком финала Москвы. Но я думаю, что они знают хорошо Михаила Антонова по выступлениям за БК НН2. Все-таки Антонов побегал за Нижний Новгород по единой молодежной лиге. Печерский, Антонов, два игрока МГАВКа. Сыграли двоечку, Антонов. Тягучий проход, не получилось у него реализовать бросок, набрать 2 очка. Трубин, очередной фол. Было, кстати, интересно посмотреть противостояние групп поддержки, в плане групп поддержки на трибуне МГАВКа и ЦСКА. Ну, ты знаешь, все-таки ЦСКА, если ты говоришь об основной команде, это группа, которая... Нет, она, конечно, побольше будет. Она и побольше, и пошумнее, и так Но далее. Но это было бы все равно интересно. Я думаю, что если те, кто сегодня приехал из Малахова, сегодня поболеть за своих, останутся затем на матч ЦСКА и Краснодара. Они, конечно, будут вынуждены болеть за Краснодар, что, наверное, не очень корректно по отношению к армейцам. Но тогда дуэль состоится. Скидывают на дугу. Марихин неудачно и потеря. Ну и возвращаясь, ну и в принципе игру поддержки, которая танцует на площадке, я посмотрел, станет ЦСКА и МГАВКа. Это было бы интересно. Анатолий Лаптев очень жестко выговаривает своим оппонентам. Кстати, напомним о том, что у СБ сегодня 4 тренера. Анатолий Лаптев, Андрей Павленко. И это, кстати говоря, двое тренеров, которые играли в прошлом сезоне в финале. Тогда победил МГУ под руководством Андрея Павленко, напомню вам. И им сегодня помогают Алексей Шляпников, универ Пермь, и Алексей Вавилов, ФИАТ ГГУ Киров. Да, Старкович побежал к чужому кольцу. И фол Антонова получается. Да, в очередной раз фолит разыгрывающий СБ. Второй раз за последние уже 2 минуты. Нет, Андрей Десятников. Десятников. Нам так упорно показывали Михаила Антонова, что... Да, и Антонов, собственно, на судьи смотрел. И, собственно говоря, там был контакт, который можно было смело трактовать как фол. Огинских, Рыженко пытаются вытащить больших игроков ВТБ подальше от трехсекундной линии. Огинских уже очень долго стоит достаточно с мячом. Рыженко не удалось, Десятников очень удачно поставил локоть, не дал своему визави выйти на подбор. Гаврилов. Один из самых перспективных разыгрывающих защитников России на данный момент. Ну, Остапкович очень легко пробежал под кольцо, набрал легкие 2 очка. При этом Огинских не успел абсолютно ничего сделать. Хорошая скидка на дугу. Миледич кладет из угла. 50-50. Да, в очередь 2 из 3, по-моему, у него сегодня за дуги. Очень достойно выступает сербский легионер сборной АСБ. Десятников сумели разменяться, но успели вернуться игроки АСБ на свои позиции. Десятников там орудует в трехсекундной зоне и не реализует, однако, подбор. И Гаврилов, по-моему, получает по рукам. Это 2 штрафных броска. Кстати, о Марко Милетиче. До переезда в Ухту Марко играл у себя дома. Сам он из Боснии и Герцеговины. Родился в Бани Лука. Это город в автономной республике Сербская. На территории Боснии и Герцеговины. Играл за баскетбольный клуб Игакея. И за баскетбольный клуб Гераджанский Бьелин играл достаточно неплохую статистику. 8 и 5 очков, соответственно, учитывая, что играл он по мужчинам, а не по юношам. Да, интересно. Сейчас Василий Ржанко сел на скамейку, и беседу с ним вел не тренер его клуба Анатолий Лаптев, а Андрей Павленко, который тренирует МГУ. Может, пытался завербовать? Завербовать? Ну, на следующий только, если сезон уже. Печерский сначала. Дуге Милетич пытается создать пространство, не получается. Гаврилов очень здорово защищается. Ох, тяжелый мяч. Владимир Кребенюк, воспитанник нижегородского баскетбола, поигравший за Нижний Новгород 2, реализует. И ой, Гаврилов. Хотели шоу-тайм, вот вам шоу-тайм. Сыграл в стиле
Ну и может быть не Стокнон, скорее Мэджик Джонсон. Это Джонсон. Шоу-тайм это Джонсон, да, это. Если бы он еще в одну. Если бы он еще сначала посмотрел, если бы он еще смотрел в другую сторону при процессе передачи, то было бы совсем хорошо. Вот куда-нибудь в сторону Зуева, например. Ну а учитывая, что мы играем в России, Гаврилов из ЦСКА, то скорее даже в стиле Теодорос Папалукас. И он такое делал. И он такое в лучшие годы показывал. Михаил Давыдов показывает, что фалили игроки ВТБ. Черский выводит мяч за лицевой. Четвертый командный фол ВТБ. Ну, очень быстро восстановили паритет по количество набранных фолов. Милетич, хороший пас. Гребенюк. Бой против Остапковича. Да, время-то идет. 3 секунды осталось. Милетич получает горшок от Синегубова. И ВТБ теперь уже разгоняет атаку. Остапкович. Треха из угла. Не точно. И подбор за СБ. Станиславчик подобрал мяч. И позиционно он будет атаковать. А нет. Просто шмальнул треху Марк. Да, ну, имел право, находился в удобной позиции. Еще один трехочковый, снова не точно, это раз Печерский смазал. Кстати, вспоминая статистику, которая была на нас после половины, процент реализации трехочковых, ну, не впечатляет. Да, при том, что, если помнишь, мы с тобой неоднократно ругали зал МГУ за то, что кольца там очень своеобразные, а попал в заднюю душу, мяч вылетает. А вне зависимости, как, по какой бы траектории он не влетал туда, все-таки я сомневаюсь, что кольца в зале УСК ЦСКА, их можно критиковать, они... Это лучшие кольца, которые есть сегодня в европейском баскетболе. Очередной фол. Бугаенко. Бугаенко получает персональное замечание. Третий фол у него уже. И 2 штрафных будет исполнять Глеб Станиславчик, с которыми они должны были поиграть в Нижнем Новгороде в то время, как во время того периода, когда Павел Бугаенко и, собственно, Глеб Станиславчик находились в составе этой команды. Антонов был раньше, правильно я понимаю тебя? Антонов, да, по-моему, был пораньше, и также еще чуть раньше был Владимир Гребенюк. Так что тут прям нижегородская диаспора. Да. В позиционном нападении игроки ворот. Ой, как хорошо сыграл Владимир Гребенюк. Убегает быстрый отрыв. Ай. О-хо-хо! Антон Остапкович демонстрирует весь свой атлетизм. Ох, вот это, я понимаю, горшок был. Уже 6-й. На секундочку. Тут Бугаенко помахал локтями, Гаврилов уходит очень легко, красивая скидка, но сфалили. Палят на Павле Бугаенко. Да, отметим очень хорошую игру в защите в исполнении Гребенюка, потому что ты отмечал перед матчем, что действительно человек славится своей игрой в защите, и он сейчас это просто наглядно продемонстрировал, выбив мяч у одного из лучших дриблеров в единой молодежной лиге ВТБ. Милетич, третий фол. Пока что 4 фола у Агинских, по 3 у Милетича, Горнаева и Станиславчика. Ну, я могу сказать, что достаточно много фолов. Много, и самое главное, все большие загружены на 3-4 фола. Это действительно должно накладывать свой отпечаток Милетич. Агинских залез под больших. Хорошую. Ой, какая передача, сделала. Но не смог реализовать. Бросок Гребенюк из-под кольца. Прессингует Гаврилов. Гаврилов разбегается. И... Потеря. Потеря. Да, слишком разогнался, может быть. Но оно было оправдано, потому что сразу 3 игрока СБ находились в... Левый, скажем так, если по направлению Гаврилова, смотри, сразу 3 оказались слева. Все резко попытались выдвинуться на него, оставив его партнеров. Потеря. Лицевой, да, очередная потеря у АСБ. Кондаков уходит на площадку. 53-53. Но если помнишь, по-моему, в матче МГУ-ЦСКА счет был приблизительно такой же. Уже в третьей четверти, хотя там начинался рывок. Но по количеству набранных очков мы сегодня видим примерно те же цифры.
Последние секунды, 17 секунд до конца, свистят арбитры. Фол на Остапковича. И Антон Семенов извиняется перед ним. И Антон будет исполнять два штрафных броска. И, скорее всего, право на последнюю атаку останется у АСБ. Да, если только очередной раз кто-то не ошибется и не... Не удастся забрать подбор в нападении. Первый не точно. Синегубов на подборе. У ВТБ. Остапкович 14 очков сегодня набрал. Уже 15 очко. СИЗО будет вводить мяч за лицевой. Да, Антон Остапкович самый результативный игрок сегодняшнего матча. Кстати говоря, Мелешкин на скамейке, видать, устал очень. Конечно. Антонов тяжелый. Да, тяжелейший бросок. Потерял координацию, мяч начал вываливаться из рук у разыгрывающего МГАВКа. Тот попытался из последних сил совершить бросок. Он не точно, давай посмотрим. Вот здесь был контакт, видишь, он потерял координацию и, тем не менее, сумел... Свалил Максим Кондаков. Да, и в какой-то момент там и контакт был с Кондаковым уже... В процессе падения Антонова, который, вот, собственно, благодаря чему мяч разыгрывающий МГАВК потерял. Кстати говоря, я вот, может быть, скажу чисто свое мнение, но мне Михаил Антонов по манере игры очень напоминает Рассела Уэстбрука. Прям почему-то я как вижу Антонова, мне сразу вспоминается Уэстбрук. Конечно, нет такого атлетизма звериного абсолютно, но вот как именно манера игры очень похожа. Сизов очень просто убежал от Остапковича, и это фол. И фол нападения. Не засчитали, как понимаю, бросок. А фол нападения все-таки дали. Фол нападения, да, был. Но тот вопрос, успел ли Остапкович бросить раньше, по-моему, нет. Да, там сирена прозвучала, и, которая говорит об окончании третьей четверти, 54-55 в пользу АСБ. А на самом деле довольно интересное решение судей. Да, здесь фол нападения, при том, что движение непосредственно Остапковича было. Вопрос в том, успел ли игрок АСБ встать на две ноги. Смотрим. Абсолютно равный счет. 13-14, в принципе, ожидаемая результативность немножко упала после перерыва, после первой половины. У нас тем временем очередной конкурс для зрителей. И это, как понимаю, конкурс зрителей вместе с маскотами. Ну что, твои прогнозы перед последней четвертью. Что ты думаешь? Как ты говорил, что ВТБ должны додавить. Я могу сказать, например, смотря на количество фолов, 4 фола у Агинских, 4 у УСБ, имеется в виду, 4 Агинских, 4 у Милетича, 3 у Станиславчика, 3 у Горнаева. Фактически все большие игроки. Даже Милетич, который, в принципе, не играет под кольцом, больше на трехочковом броске, больше на трехочковой дуге, но все равно имеет габариты достаточно весомые для того, чтобы потолкаться в трех секундах. И, на мой взгляд, сейчас будут давить, додавливать, скажем так, через 3 секунды ВТБшники, пытаться насадить на фол последних больших у АСБ. Там, конечно, есть Реженко, у которого всего лишь 2 фола. Да, ты знаешь, я смотрю, Попков не одет. Попков не в игровой форме. Он стоит где-то в сторонке в джинсах. И Анянов в том числе тоже. Да, руки в карман. Но в случае с Данилом, я еще где-то могу... Ну, в самом деле, мое мнение, что Данил – это не такой ключевой, может быть, игрок в сегодняшнем матче, который мог бы действительно оказать какое-то ключевое... Ну, ты, кстати, смотри, там и Владислав Мельников, по-моему, тоже на скамейке. Да, действительно, большой. Там эпидемия травм, судя по всему. Травм не травм, да. Я, к сожалению, не знаю, почему. Но, несомненно, после матча мы подойдем, пообщаемся, узнаем, в чем причина. Кстати, Сергей Широков тоже. Да, ну, значительно сократили игровой состав. Ну, в таком случае огромная ответственность ляжет на Рыженко. В решающие моменты, вспоминая последний финал с МГУ, все-таки тогда Василий, он, конечно, сыграл довольно солидно, но он не был тогда и Новиков его, в общем-то, местами подавил, помял ему бока очень сильно. Да, здесь ты все-таки должен играть с лучшими молодыми игроками
своей позиции. Стране Рженко, причем, можно, условно говоря, если бы кто-то был помоложе, да, там 18-19 лет, можно было говорить о опыте, все-таки Василий уже там 23 года, однако Десятников его практически ровесник, там год разницы абсолютно роли не сыграет, а у этих, того же Десятникова, опыт выступления за национальную сборную, да, и здесь как бы опыт был не на той стороне. Ну, тут, может быть, еще такой момент, к сожалению, вот, может быть, мы не совсем ознакомились с полностью с регламентом заявки спортсменов на данный матч всех звезд. 15 игроков было в сборной статус студенческого баскетбола. Возможно, просто, что на игру возможно заявить только 12, соответственно, Попков, Потапов, Мельников. Остались вне заявки. И Широков, да, остались вне заявки. Ну, ты знаешь, здесь вопрос тогда к тренерскому штабу, зная, с какими большими тебе надо сегодня бороться, оставлять Попкова, одного из лучших центровых студенческого. Ну, с другой стороны, видишь, счет-то 54-55. Но итоговый счет установится через 9 минут 50 секунд игрового времени. И вот тяжелый бросок пошел. Станиславчик, да, тяжело пытался забить, тяжелым опытом, можно так сказать. Трубин, отличная передача. Мисутова, Синегубов и потеря. Потеря Даниила, представителя самарского баскетбола. И, ну, скорее так, обозначивает свое присутствие Метусов рядом с Антоновым. Сизов. Отлично открылся Станиславчик. Не успели ему вовремя дать мяч, и он оказался рядом с Большим. Против Трубина неудачно снова атакует Глеб. Трубин. Ох, не принял мяч кольцо, не приняло. Очередное позиционное нападение. Просит пик-н-ролл сыграть Антонов. Получается, ух, это у него, но очень тяжело. Ух, очень ух, тяжело. Опять залез под Трубина и... Блокшот. Седьмой, по-моему, уже блокшот в сегодняшнем матче. Сборная команды Единой Лиги ВТБ, естественно, а не Юрия Трубина. Если кто-то подумал так. Метусов тем временем с мячом против Сизова, теперь уже против Станиславчика. Там было очень похоже на пробежку, с моей стороны было видно. Сизов забрал подбор, и мы все равно не видим Мелешкина. Пока что он не появляется на площадке. Комбинацию рога запросил Михаил Антонов. Получил мяч на дуге, пошел в лицевую. Ай-яй-яй. Ну, на самом деле... Вот сколько они уже сыграли? Почти 2 минуты. Фактически каждой атаки, ну, потеря, скажем так, у АСБ. Это немножко должно насторожить тренерский штаб. И замены. Владислав Мелешкин как раз выходит, и Илья Агинских. Не получается. Не и фол. Да, теперь Трубин не смог реализовать легкие 2 очка после подбора. Вопрос, кому фол только? Илья Агинских заканчивает сегодня играть. 5-й фол у него персональный. Не так долго он сыграл. Четверти, 5 очков, 5 фолов. Горнаев ожидаемо возвращается на площадку. Вот о чем я и говорил, то, что вот сейчас будут нагружать. А у Горнаева 3 фола пока что. Трехсекундную, чтобы нафалились большие соперника. Может Юрий Трубин первый штрафной. 6 очков. И второй не принимает кольцо. Горнаев, подбор за ним. И очередная потеря Владислава. Да, уже какая в этой четверти? Потеря АСБ имеется в виду. Уже третья или четвертая в этой четверти потеря студентов. Синегубов находит Гаврилова. Хорошая скидка на дугу. Остапкович, Гаврилов, Мисутов, точно! Но не просто так Сергей Метусов забивает почти 21 очко в среднем за игру в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Мелешкин вернулся и сразу же с фолом забивает Ведеслав.
Да, ни Трубин, ни Остапкович не успели выйти на подстраховку. Очень быстро сделал движение в правую от себя сторону Владислав. Очень легко ушел от оппонента и набрал непростые 2 очка. Сейчас он может снова вывести свою команду вперед. 57-57 пока что счет. Ну вот Трубин спокойно забирает подбор. Остапкович. Кстати, команду Владислава, команду Санкт-Петербургского государственного университета при построении технологии и дизайна, многие в ОСБ называют сборной командой лучших игроков Санкт-Петербурга. Ну так оно, в общем, очень близко к правде. Ой, как сыграно было! Семенос продемонстрировал чудеса владения дриблингом, отдал отличную передачу на Горнаева, и Кирилл Горнаев делает счет 57-59. Остапкович с мячом на трехочковой дуге уходит в левую сторону. Скидка. Гаврилов. Хорошая. Метусов. Трубин. Блокшот ставит Семенос. И мяч. Да, достается АСБ. Мяч АСБ. Хорошо Семенос вошел в игру. Да, и на мой взгляд, немножко здесь Метусов немножко перемудрил. В общем-то, у него была возможность атаковать кольцо. Гаврилов его бы сделал прекрасную, неожиданную передачу, когда все ждали, я думаю, что сейчас пойдет дальний трехочковый бросок. И вот посмотри, вот место здесь он уже вытащил на себя Реже. Можно сказать, что передача-то прошла. Просто хорошо отыграл АСБ в защите. Сизов. 2 очка. Забивает 8 очко Павла Сизова сегодня. 57-61. АСБ впереди. Метусов. Ух, тяжелый мяч. Горнаев очередной фол. Хотел забить. И Кирилл Горнаев четвертый фол. 6,5 минут до конца. Посмотрим. Сейчас Печерский выходит на площадку, меняет Милетича. Довольно рослый состав у АСБ. Печерский фактически сейчас выступает на позиции второго. Например, вот сейчас Гаврилов, который выступал на позиции первого номера, он был повыше даже Печерского, если так судить. Ну, Гаврилов, в принципе, высокий для разыгрывающего, да, это он такой, как раз ты говорил про Пополукаса. Пополукас тоже ведь был 2 метра ростом, при этом была ситуация, что те, кто находился на позиции третьего, были ниже у ЦСКА. Ну ладно, давай вернемся снова к нашему матчу. Тут мажет и подбор в очередной Наян раз. Забивает. Раз там. О, забирает. Метусов. Находит передачи Кондакова. Кондаков 3 секунды на Трубина. Трубин. Тяжелейший бросок. Юрий Трубин. Автодор 2. 60-61. Очень здорово. Прям в прыжке развернулся и смог реализовать бросок. Хорош. Горнаев подвешивает ему блокшот. Кондаков. Кстати говоря, один из самых маленьких игроков в составе Единой Лиги ВТБ. И уже на другой половине площадки он же набирает 2 очка. На самом деле претензии Горнаева, может быть, где-то и обоснованы. Там такой блокшот был на грани фола. Тем не менее, Кондаков выводит свою команду вперед 62-61 за 5.49 до конца четвертой и четверти. И этот момент в исполнении Кондакова, несомненно, должен быть в хайлайтах. А защищался и забил. Да. То, как ты сегодня уже назвал, это coast-to-coast. Это действительно очень, очень полезное качество для защитника. Успеть переключиться с игры в обороне и буквально через несколько секунд оказаться на другой половине площадки. Превосходим американский баскетбол студенческий. У нас тайм-аут. Тем временем группа поддержки Freedom Team радует зрителей. 5 минут 49 секунд. До конца четвертой четверти 62-61. Ноздря в ноздрю идут команды. ВТБ пока впереди. Ну, что будет дальше? Еще достаточно времени. Потому что если сейчас Горнаев и Милетич получат по одному фолу, то будет совсем тяжело. Ребятам, с другой стороны, у Единой Лиги ВТБ таких проблем нет. Всего 3 фола у Бугаенко и Танаяна. И все остальные чувствуют себя очень комфортно. Ну, в принципе, у АСБ в общем больше фолов. Мы это и видели по количеству штрафных бросков. И как мы с тобой обсуждали перед матчем, я был уверен, что будет такая тренерская установка. Ребят, фолите, не давайте набирать легкие очки. Это абсолютно, абсолютно разумно в том случае, когда ты имеешь длинную скамейку. Антонов. Кондаков очень плотно с ним. Да, это уже третий, кто досаждает сегодня Михаилу.
розыгрыше. Тоная. Ну и Танаян-то против Сизова. Да, его Сизов прекрасно сейчас поймал Танаяна. Причем сделал, если бы ему удалось еще и заработать три штрафных броска, что в общем-то, и пытался сделать, когда почувствовал на себе руки Танаяна. Тем не менее, два штрафных. Посмотрим, как Сизов реализует их. Мажет первый. Месяцем раньше он эти штрафные реализовывал и, в частности, принес своей команде победу. Ведь родные кольца, да и для Павла Сизова ведь, по сути своей, воспитанника ЦСКА Дюбова. 62-62. Танаян пошел в проход. Со средней через Угарнаева сам же забрал. О! Это в ответку. Отвечает Кирилл Горнаев за все блокшоты. Не успел перестроиться после того, как Танаян решил бросить с 2.5 метров. Давайте посмотрим повтор. Неожиданно остановился, бросил. Пока Горнаев летел, Танаян уже успел приземлиться, добежать за мячом. Но вот в ответочку Горнаев за всю боль ответил. Шикарнейший. Ой, как легко. Мне тут очень легко. Танаян и мажет. Жаль, Антонов. Быстрая атака. Мелешкин. Горнаеву пытался передать мяч. 4 секунды. Видимо, он ждал, что Горнаев пойдет еще дальше, что будет такой полноценный вход в зону. А тут... Ой-ой-ой. Мне показалось фол, нет? Не свистнули? Нет, не свистнули. Нет, просто Остапкович не ожидал, что последует такая передача. Да и, ну, будь он 1.3 метра роста, может быть, он ее и выловил. Но все-таки Антон не настолько рослый игрок. Продолжается встреча. 62-62 за 4.50 до конца. Антонов залез. Отличная скидка на дугу. Трехочковый Печерский мажет. Неудачно. Горнаев забрал подбор нападений. Сизов со средней. Но там это будет трактоваться как блокшот в исполнении Трубина. Успел он задеть мяч. Сизов сделал нечто похожее на... Танаян чуть было потери не совершил. Сделал Трубин, нечто... Мутусов. Не точно бросок, а Горнаев на этот раз забирает мяч. Танаян пытался отобрать его. Тяжело идет Сизов. Скидка на Печерского. Очередной бросок из-за дуги. Зачем? Кирилл Горнаев. Дело в том, что это было очень похоже на точное трехочковое исполнение Печерского. Давай посмотрим еще раз повтор. Отличная скидка на дугу. И... Да, это был точно трехочковый. Это был трехочковый, который Горнаев и коснулся кольца. В результате мяч переходит к игрокам в оранжевой форме. Спишем все это на волнение Кирилла. Остапкович на грани. Пас на Гаврилова. Кондаков. Танаян. Смело полез, и Горнаев. Трубин. Да. Трубина стоит отметить поставленный крюк, которым он уже не первый раз пользуется. 64-62. ВТБ выходит вперед. Антонов с мячом. Скидка на Милетича. Милетич получает заслон. Ой-ой-ой. Заступил. И потеря. Наступил на линию, свистнул арбитр. Действительно, наступил на линию серб. Замена очередная. Собственно, выходит Десятников, как я вижу. Да, заменяет Танаяна, у которого 4 фала. И выходит Марихин. Очередной игрок Нижнего Новгорода. Либо игравший, либо поигравший. Да, да, Гаврилов спокойно. Продолжается, кстати, жесткое соперничество Антонова и Гаврилова. И Антонов... Ой-ой-ой, опасно. Жестко. Жестко играют обе команды. Гаврилов выговаривает Антонову в нелицеприятной манере что-то, пока лежал. Действительно, полу. Там Антонов опасно полез и ногами задел Гаврилова. А для Гаврилова, которого ноги кормят в прямом смысле этого слова, это очень, конечно, такой тонкий момент. Печерский уроняется против Марихина. Пробежка. Нет? Пробежка, да, правильно. Пробежка фиксирует Кондакову.
64-62 за 3-10 до конца. Ну, жесткая защита. Не жестокая, но жесткая защита в исполнении обеих команд. Не дают продышаться. Да. О чем, собственно, и счет нам говорит. Да, и Антонову, собственно, жить не дают спокойно. На этот раз Кондаков на фулл-корт прессинг переходит. И, конечно, подожмет он сейчас Михаила. Ну, пока он скорее обозначает. Антонов. Станиславчик. Ну, и есть трех. Точно! Глеб Станиславчик. 64-65. Причем была возможность бросить сразу. Тот стукнул мячом, вошел вошел в зону двухочкового броска, вышел из нее. И только тогда Десятников понял, что Станиславчик все-таки действительно бросит этот мяч за трехочковые дуги. Ответ. Кондаков. О, Кондаков. 40% трехочковых в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ молодежный дает о себе знать. Кстати, интересный момент по Глебу Станиславчику. Он в свое время поиграл в Чехии за Спарту. Учился там. А, смотри, Марихин выбил мяч у Мелешкина, который планировал за счет габаритов затолкать своего оппонента под кольцом. И что там сейчас будет? Что показывают судьи? Кажется, судьи показывают Десятникову уфол в нападении. Да. Который у него четвертый, по-моему. Нет, третий. Третья всего лишь. Павел Сизов возвращается на площадку. Ну, видишь, три очка, три фола. А мы беспокоились, как АСБ будет останавливать главную звезду. Сизов сразу же бросает треху. И Сизов как-то очень картинно упал, но не было ли там контакта с Кондаковым, который его опекал. И у нас пошли две минуты последние четвертой четверти. Очень здорово поставили спину Десятнику. Антонов. Глеб Станиславчик. Слэмдан. 67-67 за минуту 40. Сначала прекрасно поставил спину Десятникову, забрал подбор, отдал передачу Антонову, и в ответной атаке 2 очка. Ох, Гаврилов хладнокровно обыграл и объехал всех на велосипеде. 69-67. Антонов получает заслон от Станиславчика. Станиславчик получает ответку и не реализует легкий бросок. Десятников ничего уже не мог там сделать. Мне кажется, немножко попасть. Поспешил, Глеб. Ну, знаешь, когда рядом с тобой... Ну, и когда, 220 сантиметров просто. Да. Причем, который... Не получилось. Быстрый отрыв, Антонов. Молодец. Антонов сравнивает счет. 69-69 и тайм-аут. Да, Десятников, наверное, чересчур активно решил внести мяч в кольцо. В итоге не получилось. Не приняло мяч в кольцо. Плюс контакт был с игроком команды противников. Но, с другой стороны, если бы он забил, это... Да, это был бы, если не гвоздь, то... Это было бы потрясающее зрелище. В том плане, что, конечно, шансы бы у АСБ значительно понизились. Теперь счет равный. Минута до конца. По три фола у той и другой команды. Соответственно, как минимум еще один раз они могут спокойно спалить внизу. Заставить противника начать еще раз атаковать. И уже потом владеть мячом более длительное время. По самым результативным игрокам, самый результативный игрок встречи Антон Остапкович у ВТБ, у АСБ им остается Мелешкин Владислав, 12 очков, но также потянулись к нему Кирилл Горнаев и Михаил Антонов, 11-10 очков соответственно. Нервная концовка, видишь? Концовка нервная. О чем, может быть, о чем не может быть, а и говорит жесткая игра и нервы, которые демонстрируют игроки обеих команд. Да, и посмотри, вышли довольно легкой пятеркой игроки АСБ, в которой Станиславчик выполняет функции центрового, а Сизов, Милетич будут на позиции форвардов, Печерский будет на позиции второго, и он будет опекать Митусова. Ну, Станиславчик и так-то по позиции все-таки центровой, и в НН он играл центрового. Когда играл в Единой молодежной лиге ВТБ. Тем временем Гаврилов против Станиславчика. Была нога, но судьи ничего не свистнули. Да, при этом там был очень хороший размен. Десятников остался против Сизова. И, в принципе, все, оставалось только довести до него мяч, но не получилось это. Антонов пошел геройствовать. И скидка просто в руки противника за 30 секунд до конца. Остапкович. Ой. Кусов.
Бетусов, извините, и Кондаков. Разыграли быстрый отрыв. 71-69. 10 очков уже у Максима Кондакова тем временем. И важно то, что 25,7 до конца. Это значит, что как бы СБ не старались, они получат ответную атаку. И там, на самом деле, мгновением ранее Сизов очень жестко сыграл против Остапковича, надеясь спалить. Что он, собственно, и сделал. Судьи оставили это без внимания, потому что эпизод был, эпизод продолжался. И интересно, что сейчас говорит Анатолий Лаптев? Какую комбинацию разыгрывает? Действительно, будет, она будет отрисовываться, причем это явно будет не трехочковый бросок, учитывая, насколько не идут дальние броски сегодня у команды СБ. Это должно быть что-то связанное с какой-то атакой там, буквально из-под кольца. В таком случае должен появиться Горнаев обязательно. Должен, как мне кажется, и одновременно Горнаев, и Станиславчик должны выйти на это нападение. Да, чтобы цель была сыграть какую-то простую двоечку. Я практически не видел сегодня бросков со средней дистанции в исполнении игроков СБ. Но Станиславчик со средней дистанции. Но это все равно единичные случаи были. Но в основном они идут под кольцо, да. Да, соответственно, здесь должна быть какая-то двоечка с выводом кого-то из пары Станиславчик Горнаев на легкий бросок. Либо того же Антонова, чтобы он получил пространство. Соответственно, Горнаев должен будет вытащить кого-то из больших, а, собственно, посмотри, какой состав выпустил сейчас Андрей Мальцев. Все, Андрей кто Мальцев уходил, все вернулись, кроме Десятникова, Трубин. Да, об этом речь, чтобы он выпустил более потенциально подвижного большого. Ну, а теперь смотрим на состав СБ. Я вижу Печерский, Сизов, Милетич, Антонов и Станиславчик. Да, все-таки решил обойтись без Горнаева. Все те же люди, что и были ранее на площадке. Нету Мелешкина, у которого не задалась четвертая четверть. Антонов. Ой! Потеря Милетича. Фол. Пятый фол для Марка. И четвертый для СБ. Да. Пятое персональное замечание получает Марка Милетич. Ну что ж, не хочется этого говорить, но, скажем так, глупая потеря. Абсолютно. Давай посмотрим. В принципе, пас был в руки для Милетича. Не удержал мяч. Печерский будет палить. Палит он на Остапковича, который блестяще реализует штрафные броски. Еще это родное кольцо, что дополнительный фактор. Да, два штрафных Остапковича, 17,2 секунды. Семенов вышел на замену. На ответ у СБ будет. Семенов вышел на замену. Кондаков пошел на подбор у Единой Лиги ВТБ. Я думаю, Семенова выпустили, учитывая... На трехочковый. Трёху, да. Да. То, что Сизов уже здесь, Печерский здесь. Антонов тоже тут. Ну и Станиславчик, который может забить, что продемонстрировал нам сегодня. И прессинг. Прессинг исполнения ВТБ. Семенас. Ой! Сизов, Станиславчик! Смазал. Гаврилов. Антонов очень грубо опять против Гаврилова играет. Гаврилов так посмотрел на судью. Чтоб наверняка. Гаврилов так посмотрел на судью. Убивающим взглядом. Фалить надо было наверняка, но действительно сейчас чуть Сизов не допустил очередную потерю. Это действительно... Потери наложили свой опечаток, особенно в начале третьей четверти, в начале четвертой четверти. Слишком много теряли мяч. Игроки СБ в свою очередь, игроки Единой Лиги ВТБ очень четко контролировали ситуацию на площадке. И в нужный момент опыт сказался. Гаврилов реализует первый штрафной. Второй мажет. Станиславчик, Семенас, Трёха. Не точно. Не точно. И на этом все. Со счетом 74-69 победу в первом матче восходящих звезд одерживает сборная команда молодежной единой лиги ВТБ. А лучшим бомбардиром стал
Антон Остапкович с 17 очками, 10 очков у Кондакова, 11 у Бетусова, также 10 очков у Трубина. В свою очередь у АСБ лучшими бомбардирами стали Владислав Мелешкин с 12 очками, Кирилл Горнаев с 11 и 10 очков у Михаила Антонова. Да, не хватило Крайнова, не хватило Мартиросяна, которые как раз-таки трехочковые броски бросают. Ну и вообще, это обе так называемые scoring machine. Да, несомненно. Которые могли бы принести дополнительные очки, решить все в одиночку. При необходимости. Александр Владимирович Коновалов приглашается на площадку. Видим мы там и Сергея Борисовича Иванова. Остапкович, скорее всего, будет. Я думаю, АСБ Мелешкин. А, УСБ? Да, УСБ, Мелешкина, да, УСБ, Мелешкин, да, ожидаем. Конечно. Он, при том, что в третьей четверти он не появился вовсе, а в четвертой появился на несколько минут. Несомненно, он был лучшим в сегодняшней игре в составе команды АСБ. Ну, а у ВТБ Остапкович? Скорее всего, да. Действительно, парень показал. То есть, с одной стороны, ничего фантастического он не сделал, но... Да, это вообще достаточно средняя игра, мне кажется, для Антона Остапковича. Он просто продемонстрировал свой уровень. Да, ожидаемо. Антон Остапкович получает награду MVP лучшего игрока своей команде, лучшего игрока матча. Сергей Борисович Иванов вручает приз. Да, те, кто были в финале конкурса по броскам сверху, они видели, же видели те же самые лица. Да, да, очень рад за Мелешкина, честно скажу, я приятно удивлен его выступлением сегодня. Очень впечатлила меня ротация игроков команды Единой Лиги ВТБ. Тот же Митусов, тот же Трубин, Зуев. Они действительно очень удачно выступили, очень хорошо входили в игру. Про Кондакова вообще ничего не говорю. Он действительно очень профессионально отработал те эпизоды, когда ему давалось время игровое. Ну что, давай тогда прощаться. Да, дамы и господа, мы были рады работать для вас. С вами сегодня были комментаторы Ассоциации студенческого баскетбола и уже так получилось платежной единой лиги ВТБ. Иван Воронцов и Манзуров Андрей. К сожалению, с нами сегодня не было прекрасного нашего коллеги Ивана Гущина из Нижнего Новгорода. Кстати говоря, бывшего игрока молодежной единой лиги ВТБ. Будем надеяться, что Иван будет работать с нами еще раз неоднократно. Ну а мы с вами прощаемся. Мы с вами прощаемся. Будем рады, если будете смотреть наши репортажи и далее. Говорим вам до свидания. А на экранах тем временем саммери, лучшие хайлайты игр. Лучшие хайлайты этой игры. Всем всего до свидания. Доброго. Счастливо.